Там скажите человеку, чтобы он не это самое. Во-первых, я хотел поблагодарить всех, кто пришел на заседание этой тематической секции, посвященной нейтронным исследованиям. Во-вторых, я сразу хочу сказать вот о мотивации, что ли, организации такой специальной секции. Ну, во-первых, мы отмечаем 60 лет ОИАИ и лаборатория нейтронной физики, которая по разным данным основана была то ли в 56-м, то ли в 57-м году. Но это не так важно. По крайней мере, точно известно, что реактор ИБР, первый ИБР, начал строиться в 56-м году. Так что можно считать это днем основания лаборатории. Так что лаборатория нейтронной физики имени Ильи Михайловича Франка тоже отмечает 60 лет. Ну и это важно, конечно, но более важно то, что нейтронная физика ОИАИ – это довольно хорошо, высоко развитая научная область, которая в научном мире высоко ценится. И когда мы обсуждаем достижения ОИАИ, научные достижения, то не сказать о нейтронной физике в ОИАИ просто невозможно. Ну и, наконец, еще одна причина, и, собственно, это будет цель нашего заседания, в том, что вот в 21-м столетии, в этом столетии, нейтронные исследования развивались несколько по-разному и несколько неоднородно. Наибольшее развитие в эти годы получило использование нейтронов в исследованиях конденсированного состояния вещества. Здесь я, когда говорю конденсированное состояние вещества, в широком смысле этого слова, это и твердое тело, и то, что относится к мягкому телу, полимеры, коллоиды, и химия, и биология, и много всего. А в то же время, то, что касается нейтронно-ядерной физики, то здесь ситуация, ну, по крайней мере, по сравнению вот с конденсированным веществом, она, ну, лично мне представляется не такой благополучной. Поэтому вот это наше с вами заседание, оно, ну так, по крайней мере, вот нам бы хотелось, чтобы оно больше было посвящено обсуждению наших проблем и трудностей, ну, возможных путей преодоления этих трудностей. О наших достижениях завтра будет два пленарных доклада. Этот Валерий Несвежевский прибыл из Гренобля, чтобы рассказать об интенсивно развивающейся области, связанной с ультрахолодными нейтронами. И общий такой обзор о достижениях нейтронной физики сделает Валерий Николаевич. Так что достижения будут наши обсуждены в основном завтра, а сегодня хотелось бы поговорить вот о наших проблемах. Поэтому вот эта наша сессия, она носит название более широкое исследование вещества, но на самом деле главная направленность – это именно ядерная физика. Значит, вот, собственно, этот вопрос, ну, по крайней мере, для меня лично, он как-то обострился, когда мы начали составлять научную программу для реактора ПИК в Гатчине, научную программу и программу создания экспериментальных установок. Дальше мы эту программу провели через довольно серьезное обсуждение международной экспертизы, которая длилась больше года. Ну и, в общем, выяснилось, что как-то наши предложения, российские предложения, они соответствуют мировым, европейским, но требуются довольно существенные доработки. Ну и когда мы говорим о проблемах науки, ну в данном случае
нейтронной физики, то, естественно, возникает вопрос о, об источниках нейтронов, на чем все это делать. Вот, так что, естественно, возникает вопрос, вот у нас есть такие суперисточники, создаваемые новые, это ПИК и European Spallation Source, что будет после них. Ну и вообще, как общая ситуация с источниками нейтронов. Ну вот, собственно, я по существу вам все рассказал, а сейчас к этому некоторые комментарии. Значит, вот, если мы посмотрим на перечень приборов для ядерной физики, для ядерной физики с нейтронами, то мы увидим, что, ну, во-первых, это все импульсные источники нейтронов с коротким импульсом, ну, это естественно. Ну, и мы увидим, что, если говорить формально, то наше с вами положение здесь не такое плохое. Значит, это из... Так, а если я здесь говорю, меня слышно, нет? Не такое и плохое, из, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, из семи таких, ну, наиболее известных приборов для ядерной физики, два у нас. Но на самом деле реально ИРЕН здесь в Дубне, он в стадии создания, и процесс доведения этого источника до необходимых параметров, он, в общем, так довольно сильно растянут по времени, значит, ну, а ГНЕЙС – это источник очень хороший, но в силу того, что он был создан 30 лет назад, больше даже, это 75-й год, 40 лет уже назад, то естественно, что в нем есть свои проблемы. Ну вот по обоим этим источникам будут свои доклады, там все это подробно мы обсудим. Теперь вот давайте посмотрим на новые источники нейтронов, вот, ну, то, что, можно сказать, advanced, то есть наиболее высокоинтенсивные источники нейтронов, которые вот были созданы и создаются в настоящее время. Значит, вот мы видим, что единственный источник нейтронов – это институт Лавелла-Энжелена, это классический нейтронный центр, ну, можно сказать, без всяких привлечений, столица нейтронного мира, вот он держит позиции как бы развития ядерной физики. А дальше вот то, что создаваемые суперисточники последнего времени, Spallation в Окридже, G-Park в Японии, ну вот видите, 1-3. Значит, то, что здесь 4 установки на реакторе FRM-2 в Мюнхене, ну, я бы так, может быть, немножко будет несправедливо с моей стороны, но, может быть, Валерий меня поправит, он лучше, может быть, знает. Но такой осознанной программы, вообще говоря, по научной там нет. Ну, вот по этой причине мы, когда рассматривали приборную базу для реактора ПИК, то закладывали сюда, ну, по крайней мере, такое же количество приборов, как в институте Лавелла-Энжелена. Но еще раз повторю, что вот такого соответствия пока что на сегодняшний день мировому, европейскому уровню не получается. И в этом смысле как бы одна из целей вот этой сессии, моего сообщения, состоит в том, чтобы как бы привлечь ваше внимание к этому делу и попытаться совместно, значит, здесь развиваться. Так, ну теперь, значит, вот сам реактор ПИК. Вот это только часть этого большого комплекса, всего 38 зданий и сооружений. Так написано, 22 гектара по площади. Это, собственно, центральная часть, где расположен сам реактор. Строительство реактора было закончено в декабре 2013 года.
Ну и вот с тех пор, это уже прошло 2 года, чуть больше, эти 2 года они ушли, к сожалению, на оформительские процедуры, связанные с госэкспертизой, с Ростехнадзором. Но сейчас эти все процедуры пройдены, и, в принципе, на сегодняшний день реактор готов к тому, чтобы в 2018 году произвести энергетический пуск. Физический пуск был произведен в 2011 году, в феврале месяце. Ну, вот здесь несколько картинок про это событие. Это фотография Кира Александровича Коноплева. Я смотрю, есть молодежь, довольно много молодежи, и мне не совсем знакомые лица, поэтому я, может быть, для них, а остальные все это знают. Собственно, реактор ПИК, он формально, его аббревиатура пучковый исследовательский корпусной, но это, в общем, любой реактор пучковый, он исследовательский корпусной, а вообще говоря, это Петров и Коноплев, это авторы этого проекта. Юрий Викторович Петров скончался, а вот Кирилл Александрович, слава богу, еще жив. Вот, ну, несколько фотографий, собственно, вот бак с замедлителем, это общий вид реакторного зала. А это реактор вот за этой стенкой, а это первый экспериментальный зал для... Вот, значит, ну я так сразу их эти фотографии повешу. Значит, еще раз повторяю, что то, что касается твердого тела, здесь все в порядке, я не буду даже твердое тело обсуждать. Там идет создание приборов, вот так выглядит нейтроноводный зал. Вот первое, то, что я показал, это кольцевой вокруг реактора. Вот так выглядит нейтроноводный зал. Ну, вот видите, уже здесь собираются части нейтроноводной коллиматорной системы. Это вот, собственно, сами нейтроноводы. Значит, создан, так сказать, сборочный цех для новых приборов. Это отдельный корпус, вот здесь показаны его фрагменты. Так что тут все в порядке. Теперь, поэтому я про это даже говорить не буду, а вот про ядерную физику. Значит, та международная экспертиза, о которой я говорил, там 7 подкомитетов, 4 из них связаны с твердым телом, один связаны с вычислительными системами, а один специально по ядерной физике, вот председатель вот здесь присутствует, Валерий Несвежевский. И частично эта тематика, она затронута в подкомитете, который связан с нейтронной оптикой, председатель которого Ферри Мезье, многие здесь сидящие в зале его знают, вот состав этой группы. Значит, и группа по ядерной физике, по фундаментальной, вот состав ее тоже здесь. Еще раз повторяю, председатель здесь, так что если я что-то буду неправильно излагать, он либо меня поправит, либо добавит. Так дальше. Вот, так что вот это, еще раз повторяю, что больше года проходила вся экспертиза, значит, что планируется? Вот я сейчас хочу привлечь ваше внимание, какие предложения, они не только ПИАФ, это предложения, вообще говоря, российского сообщества, так мы полагаем, поскольку в разработке этой программы участвовали физики из всех нейтронных центров нашей страны. Итак, значит, вот на первом этапе, первая фаза – это 12 приборов, которые должны вступить в строй в 2019 году. Вот они, собственно, здесь обозначены. Это 3 прибора, связанные с ультрахолодными нейтронами. Значит, это так называемая материальная ловушка, магнитная ловушка, гравитационная и электрический дипольный момент нейтрона. Ну и дальше, следующая фаза – это... которая должна завершиться в 2020-2022 году, будет зависеть от финансирования, туда, значит, входит 7 ядерных приборов. Вот 3 из них показаны здесь. Ну вот сразу я хочу сказать, что вот, например, вот он фигурирует, значит, установка для нейтрино. Ну, с моей точки зрения, сейчас этот вопрос уже просто не актуален для реактора ПИК. Это я говорю к тому, что, ну, как бы, к уровню предложений. Наиболее интересная установка, это она называется Ирина, это масс-сепаратор
с лазерным комплексом. Это установка типа Изольды в ЦЕРНе, и значит, это Изол Isotope Separation Online. Значит, для этого используются любые частицы, ну, в том числе можно использовать и нейтроны. Если такая установка будет сделана, то это будет, конечно, одна из лучших в мире, тут нет сомнений. Так, ну вот, что касается замечаний этой экспертной группы по первому этапу. Значит, я даже не буду их приводить. Там главное замечание, это из группы Мизея, то, что в настоящее время есть более современные концепции источников ультрахолодных нейтронов. Вот один из них был предложен совместно Дубной и АЛЛ, но об этом будет специальный доклад Егора Лучагина. Значит, ну, из других рекомендаций, вот я вас не буду утомлять всеми этими рекомендациями, я их просто привожу для того, чтобы показать, что документально, что они действительно есть, первое, и второе, если кого-то заинтересуют детали, то можно эти детали посмотреть и дальше обсудить. Ну, здесь отмечается, что Ирина наиболее перспективный такой проект, но в настоящее время он не очень готов для технической реализации. Так, теперь, значит, вот в нейтроноводном зале здесь, значит, все, что здесь показано, это относится к твердому телу, а для ядерной физики специальная экспериментальная позиция для изучения электрического дипольного момента с помощью дифракционных методов. Ну, это предложение, оно как-то осталось без комментариев экспертной группы. Так, ну и, наконец, зал наклонных каналов. Вот в этом зале здесь, значит, ну, конечно, нейтронно-активационный анализ, и дальше ядерная спектроскопия и деление. Вот два важных раздела, по которым тоже предложения, конкретные реальные предложения от международных экспертов есть, вот их надо будет на месте реализовывать. Так, теперь несколько слов о том, что нас ожидает с точки зрения источников нейтронов. Ну, вот здесь показаны основные источники, высокопоточные источники нейтронов, которые работают в настоящее время в мире. Ну, все они вам хорошо известны. Сейчас здесь хотел бы отметить, что имеющиеся источники нейтронов и создаваемые, проектируемые, они фактически достигли предела технологических возможностей. Вот у нас есть три линии в создании источников нейтронов. Это реакторы с непрерывным потоком. Здесь вот сооружаемый реактор ПИК, и который будет иметь плотность потока, сравнимый с потоком АЛЛ, и создать реактор, прошу прощения, создать реактор с непрерывным потоком, более эффективный, просто технологически уже не представляется возможным. Значит, второе реакторное направление – это пульсирующие реакторы, которые представляют реакторы БР-2 здесь, в Дубне. Это в настоящее время один из пяти самых высокопоточных источников нейтронов. И вообще, надо сказать, что совершенно такое уникальное достижение Дубны. Но этот реактор, вот как показали последние расчеты последнего года в группе Евгения Павловича Шабалина, Юрия Николаевича Пепелышева, этот реактор, он тоже фактически достиг своего предела. То есть сделать что-то лучше, чем ИБР-2, уже вряд ли получится.
Ну и, наконец, европейский European Spallation Source, ESS, на линейном протонном ускорителе, мощном, это тоже на своем пределе. Значит, вот про пик я вам показал, и Бар-2 он здесь, его можно посмотреть, сходить. Значит, ESS, стройка идет полным ходом, значит, это правда, снимок еще летний, просто он выглядит лучше, чем зимой. Это последняя информация с февраля месяца. Ну, в феврале все засыпано снегом, а вот остальные все это вот февральские снимки. А, значит, что ESS? ESS декларирует, что это будет самый лучший источник нейтронов по сравнению вообще со всеми существующими. Вот здесь показаны все существующие с коротким импульсом. Значит, Ибра-2 здесь нет. Показаны с короткими импульсами существующие все источники. Асис, две мишени, и Окридж, и этот самый японский Ибараки источник. Но более это-то как бы можно понять. Но более того, декларируется, что средний поток ESS будет, ну, тут пишется двойка, ну, в общем, типа порядка как ЭЛО. А это уже, конечно, очень большая заявка на будущее. Таким образом, можем считать, что для рассмотрения источников будущего в качестве ориентира надо брать как раз ESS. Значит, да, ну вот его схема, это 2,5 ГЭВа ускоритель, 5 мегаватт на мишени, то есть такое довольно серьезное устройство. Значит, теперь обратимся опять к пику, к этому, к Ибру-2. Значит, я хочу вам напомнить, что вообще-то оригинальный проект Ибру-2, он был с ускорителем. То есть изначально Ибру-2 вообще планировался как некий супербустер, то есть ускоритель, размножающая мишень, и плюс к тому еще и эта размножающая мишень с модуляцией реактивности. Это вот называется супербустер. Но ускоритель в то время, в 80-е годы, создать не удалось, а сейчас вот имеется вот такой замечательный импульсный источник, который отличается от spallation источника существующим тем, что у него длинный импульс. 240 микросекунд – это для быстрых нейтронов, ну а для тепловых – это 360. Ну и в этом смысле Ибра-2 он был как бы предтечей ESS, который тоже источник с длинным импульсом, у него вообще 2,8 миллисекунды. Вот, ну вот возникает естественное желание продолжить линию, ну, по существу, как бы заложенную Ибром. Ну, на самом деле, эта тема она известна с 50-х годов. Это бустер, ну или как еще иначе его называют по-современному, Accelerated Driven Subcritical Reactor. А таких систем довольно много, особенно много их было разработано в знаменитых наших ядерных центрах в Арзамасе и в Снежинске. Ну вот, значит, мы в последнее время посмотрели эти системы. Будет специальный доклад Юрия Николаевича Пепелышева на эту тему. Здесь я только скажу, что вот использованы эти идеи, которые... И сравнение происходит с ESS, естественно. Ну и дальше вот рассмотрены разные каскадные системы, которые состоят из, ну в данном случае, из двух каскадов размножители, ну и в общем получается система, ну, примерно на порядок более мощная, чем ESS. Ну вот Юрий Николаевич об этом расскажет. Ну и еще одна тема, очень важная для нейтронного сообщества, сейчас она становится все более и более острой, это проблема компактных источников нейтронов. А в чем, собственно, как бы пафос этой проблемы? А дело в том, что число источников нейтронов в мире естественным образом уменьшается. Ну, просто реакторы, которые были построены в 60-х, 70-х годах, они естественным образом выходят из эксплуатации. Новые источники нейтронов, которые строятся на ускорителях, они
очень дорогие, и их стремятся сделать как можно более мощными, поэтому естественно, что их не может быть много. Ну и тогда становится, вообще говоря, вопрос о знании ученых, о владении этим методом. Скажем, если мы посмотрим на бурное развитие источников синхротронного излучения, то в том числе их успех связан с тем, что рентгеновские установки есть где угодно, в заводских лабораториях, в университетских и так дальше. И исследователи, начиная со студенческих времен, они знают, что такое рентгеновское излучение, как им пользоваться и так дальше. Для них переход на большие установки не представляет психологической проблемы. А для нейтронной науки это, конечно, есть своя проблема. Ну вот, в последнее время эта проблема обсуждается в Европе довольно активно. Значит, вот такой есть проект в ЛЛБ. Недавно в ИЛЛ был доклад Томаса Брюкеля о проекте, ну, аналогичный проект, который сейчас разрабатывается в Юлихе. Ну и, в общем, я думаю, что и нам тоже на эту тему надо подумать. Идея здесь довольно старая. Это так называемый процесс Оппенгеймера-Филлипс. Это реакция сдергивания, так сказать. Когда у вас есть дейтон, нападает на какое-то ядро, у него протон остается на ядре. Ну, вот картинка здесь показана. Но почему именно используется именно эта реакция? Потому что в этой реакции, в отличие от деления или от спаллэйшн, излучение нейтрона идет не в 4π, а импульс нейтрона, это, конечно, не в точности, не дельта-функция, конечно, это некая размытая, но, тем не менее, импульс нейтрона, он в основном идет в направлении импульса дейтона, и в этом смысле это изначально узко сколлимированный источник нейтрона. Ну и так, в заключение, значит, обратить внимание в том, что вот у нас в стране создается такой суперисточник в классе непрерывных источников нейтронов, реактор ПИК, и, в общем, желательно, чтобы ядерное сообщество как-то проявило больше интерес к этому делу. Ну, а пока это там все создается, вот у нас есть набор источников для исследования. Это ГНЕС, реактор ИР-8, РН здесь Дубнее. Ну, как бы то ни было, тем не менее, ИБР-2, сегодня об этом тоже будет какой-то разговор, так что их, конечно, надо активнее использовать. Значит, ну и вот хотел бы привлечь внимание к этим системам на основе ускорителей и компактных источников. Так, ну вот я, значит, то, что хотел рассказать, то есть коротко я все сказал в начале, сейчас некоторые комментарии, ну и по существу это вот в основном и есть тематика нашей тематической сессии, в которой те вопросы, которые я затронул, они будут обсуждены более подробно. Так, ну и, значит, я свое время исчерпал и хотел бы обратиться ко всем следующим докладчикам. И поскольку у нас программа плотная, то просьба придерживаться регламента. Если будет возможность оставлять время для вопросов, это хорошо. Но, в принципе, у нас на завтра зарезервировано время для дискуссии, то есть то, что мы сегодня поговорим, в принципе, если будет желание, завтра можно будет собраться и как-то уже поговорить так более конкретно. Я планировал, что обсудим мы еще одну тему, связанную с электроядерными установками, но, к сожалению, Фурман Вальтер Ильич заболел, так что того доклада не будет. Так, ну вот я на этом закончил, благодарю вас за внимание. Можно короткий? Да, пожалуйста.
Так, сейчас. Вот, Евгений Павлович, вот возьмите этот, вот микрофон, вон лежит на стуле. А кнопочку нажмите, там зеленая лампочка. Так, слышно меня? Материалы, которые не опубликованы. Поэтому данные по ИСС вы взяли из публикаций официальных ИСС. Ну, естественно. Вот. Дело в том, что наши два сотрудника, независимо друг от друга, не общаясь совсем друг с другом, используя те же самые программы, что ИСС, используя конфигурацию ИСС, которая дана в публикации, получили совершенно иные результаты доплетности потока нейтронов. Коротко говорю, что на самом деле плотность, импульсная плотность потока ИСС меньше, чем выбор 2. И, соответственно, средняя плотность потока ИСС меньше, чем ИЛЛ. Да. Вот это данные на наших расчетчиков. Благодарю за внимание. Да. Да. Значит, все обрадовались, что выбор 2 лучше. Значит, ну, я благодарю Евгения Павловича за... Нет, за замечание, значит, это мы знаем, но сами понимаете, что мы можем пользоваться только опубликованными данными. Так, ну хорошо, я думаю, что мы, значит, дискуссия у нас продолжится в следующих, и, значит, мы можем, поэтому я сейчас предоставляю слово Юрию Николаевичу Пепелышеву как раз вот на эту тему об ИСС и значит, о том, что там что опубликовано, что на самом деле, что можно, как это можно развить, пожалуйста. Так, это просто пожалуйста. Уважаемые коллеги, тема данного доклада есть каскадный бустер, новые возможности для высокопоточного источника нейтронов. Эта тема довольно такая необычная, поэтому придется немножко воспользоваться теми уже данными, которые изложил предыдущий докладчик Виктор Лазаревич. Поэтому для того, чтобы было более понятным, я воспользуюсь следующим. Все многообразие существующих высокопоточных источников нейтронов в настоящее время зиждется всего на трех принципах процессов, в которых получаются нейтроны. Прежде всего, это наиболее известный процесс деления, при котором освобождаются нейтроны. Этот, хоть и известный ранее процесс, но он и в то же время самый энергоемкий для производства нейтронов, 180 МЭФ на нейтрон. Наиболее яркими представителями вот, при анализе всех существующих источников можно назвать, во-первых, ХИБР-2 реактор и, естественно, реактор ПИК. Почему? Каждый из этих реакторов есть уникальная установка, практически созданная в оптимальном режиме на пределе их технических возможностей. Реактор ИБР-2 вам хорошо известен, работает на средней мощности 2 мегаватта и пиковый 1830 мегаватт. Ну, реактор ПИК, надеемся, все-таки будет пущен. И на мощности 100 мегаватт он тоже будет когда-нибудь работать. Следующий процесс, в котором может использоваться выделяющиеся нейтроны для источника, это испарительные нейтроны в реакции Скова. Но характерным представителем этого является европейский источник Spallation Source ESS в Лунде, который в настоящее время, как уже было сказано, усиленными темпами создается коллаборации с 17 стран европейских, стоимость несколько миллиардов долларов.
Ну, ожидается, что по декларируемым параметрам этого источника, ожидается, что плотность потока нейтронов в пучковых экспериментах будет самой высокой в мире. Третий процесс, в котором могут быть построены источники для пучковых экспериментов, это синтез с дейтериотритиевым синтезом. В настоящее время эти работы очень интенсивно ведутся во всех направлениях в мире, в том числе по токамакам и лазерному нагреву шариков дейтериотритием. С точки зрения использования токамака, например, в высокопоточных источниках 14-мерных нейтронов, это еще есть уже работы, в которых расчетные, по крайней мере, которые позволяют надеяться, что это что здесь могут быть достигнуты при компактных токамаках плотность потока чуть выше 10-14. Но это еще в проработках, и в будущем перспективе непонятно, что и как. Хотя работы интенсивно ведутся. Поэтому, когда мы говорим о том, какой бы мы хотели создать источник, вот, допустим, предложили сделать или выбрать, или построить новый источник, то что бы вы выбрали? Ну вот, по нашим представлениям, здесь можно сделать следующий выбор. Во-первых, есть два источника – реактор ПИК и ИСС. ПИК – это реактор, ИСС фактически это ускоритель с некой вольфрамовой болванкой. Естественно, здесь тот и другой источник находится на пределе их технической возможности. Конечно, хотелось бы сделать упростить, но при этом сохранить основной показатель обеих источников – светимость и плотность потока нейтронов, то есть сделать некий гибридный вариант. Что это за вариант? Что мы хотим от такого источника нейтронов? Ну, во-первых, получить ту же самую высокую плотность потока нейтронов, повысить ядерную безопасность, то есть перевести реактор под критический режим, при этом уменьшить мощность активной зоны и уменьшить мощность ускорителя. Как это можно решить? Ну вот здесь иллюстрации некоторые к решению этой проблемы. Вот это, вот это обычная мишень ускорителя вольфрамовая типа та, которая используется на источнике ИСС. Неважно, какая энергия протонов вот здесь вот. В данном случае написано 600 МЭФ. На ИСС 2,5 ГЭВа, но дело не в этом. Дело в том, что как можно повысить, в принципе, выход нейтронов? Ну, во-первых, вот эту мишень можно поместить в оболочку из урана. Получится подкритическая сборка с усилением нейтронов, если здесь обозначено S, здесь будет S1 как пропорционально деленное на подкритичность, дельта К. Но это обычная, так сказать, бустерная система, однокаскадная, которая в ЛНФ работала успешно в виде ИБР-30 в подкритическом режиме. Но там немножко умножение большое, около 200, но неважно. Это сам принцип работы, это известен хорошо. И реализуем. Что дальше? Что мы можем еще сделать с точки зрения повышения выхода нейтронов? Ну, давайте сделаем так, что вот это пространство между мишенью и оболочкой урана заполним вольфрамом. И частично внутрь, в окружение мишени, введем первую внутреннюю зону из Нептуния 37-го. Что в данном случае получается? Мы сделаем так, чтобы подкритичность такой системы была такая же, как здесь. Ну, допустим, неважно какая, но одинаковая.
Что в этом случае получается? В этом случае мы увидим, что выход нейтронов будет в мю раз больше. Такой коэффициент мю – это коэффициент каскадности системы, состоящий в том, что происходит следующее. Нептуний 237 во внутренней зоне этой подкритической системы, он пороговый элемент. Мишень, в которой генерируются нейтроны, помещается внутрь зоны, и эти нейтроны размножаются в Нептуне. Далее они проходят в вольфрам, и за счет непрогового рассеяния сбрасывают свою энергию меньше порога деления Нептуния 237, который составляет 0,4 в среднем приблизительно мэва. Поэтому что получается? Что те нейтроны, которые пройдут вольфрам, они не могут создать деление в Нептуне. То есть обратное рассеяние нейтронов в Нептуне, в внутренней зоне, они не произведут, а все нейтроны, которые образуются в Нептуне, фактически будут вызывать деление только в урановой внешней сфере, зоне. Таким образом, получается такое однонаправленное каскадное движение нейтронов от центра к периферии, и это усиление нейтронов определяется этим коэффициентом мю. Если здесь вот этот коэффициент, единица на дельта К, можно сделать, ну, я имею в виду по выходу нейтронов от 20 приблизительно до 50, то здесь при таком же коэффициенте общей сборки этот выход увеличивается еще на мю, а значение мю обычно можно достигать от 2 до 10. То есть происходит реальное как бы усиление выхода нейтронов в той же самой сборке. Ничего особого здесь не делается. Для чего такие системы создавались и где они использовались? Ну, в основном это было, работы проводились для получения форсированного короткого импульса нейтронов в Арзамасе, в Снежинске, в ФИ. Ну и так далее здесь, чтобы... Можно ли, естественно сказать, можно ли на основе вот такого двухкаскадного бустера получить высокую плотность потока нейтронов на поверхности внешней зоны для того, чтобы можно было проводить пучковые эксперименты? Мы сделали определенные расчеты, оптимизировали вот такую систему, оптимизировали мишень и замедлитель. Были проведены многочисленные расчеты, в том числе параллельно делались расчеты и по выходу для мишени ИСС с 2500 МЭФ. И вот здесь показан выход нейтронов из мишени для урана и для вольфрама, внизу вольфрам. То, что выход нейтронов и плотность потока нейтронов, которая нужна для пучковых измерений, это разные вещи. И оптимизация вот такой сборки идет разным путем. Для потока нейтронов одна оптимальная система, для плотности потока нейтронов получается другая. В результате показано, что мишень можно оптимизировать. Размеры и замедлителя каскадом тоже можно оптимизировать. Кроме того, можно оптимизировать вообще всю систему в целом и исследовать все различные варианты. Оказалось, что есть оптимальный некий такой вариант с такими характеристиками, указанными здесь. С формой импульса, если импульс протонов представить
виде дельта-импульса в нулевой момент времени, то импульс быстрых нейтронов с поверхности будет определяться вот этой функцией с полшириной 0,46 микросекунды. То есть довольно быстро. Здесь рассчитана уже оптимальная конфигурация в сравнении с урановой обычной мишенью под критической сборкой и каскадной. Параллельно были рассчитаны системы ESS по той же самой программе, что Евгений Павлович сказал. Результаты оказались следующие. Действительно, декларируемая плотность потока ESS она оказалась меньше. Не 1,6 на 10 15, а 4 на 10 14. А плотность потока оптимального сферического двухкаскадного бустера 1, ну, где-то 2 на 10 14. То есть где-то сравнимо с этим параметром. На самом деле можно оптимизировать еще, сделать не сферическую, а цилиндрическую геометрию и использовать каскадный замедлитель как в виде основного замедлителя также. Поэтому достоинством здесь является то, что высокая подкритичность, малая мощность протонного пучка 0, всего 3 мегаватта по сравнению с 5-мегаваттным ESS-овским ускорителем. Плотность потока сравнимая, большой выход нейтронов сам по себе выше, чем ESS, и малая длительность быстрых нейтронов. Недостатки, они будут относиться к технической реализации. Но выводы то, что можно создать такой источник. Спасибо за внимание. Так, ну, докладчик не оставил время на вопросы, так что если будут вопросы, то, как я уже сказал, что можно будет более подробно завтра обсудить. Так, ну вот теперь это как бы то, что было связано с возможным будущим. Теперь давайте посмотрим, что у нас есть на сегодняшний день. Валерий Николаевич Швецов расскажет про источник РН здесь, в Дубне. Молодец. Добрый день, уважаемые коллеги. К большому сожалению, про источник РН мы говорим уже очень долго. Значит, история началась в далеком конце 80-х, когда стало понятно, что ИБР-30 уже свой ресурс вырабатывает. Нужно делать новый источник. Вот появился проект НИВР, который возглавлял некоторое время Юрий Павлович Попов. После этого появилось, значит, в отличие от ИБР-30, это была подкритическая сборка без механической модуляции реактивности. И вот вариант НИВРа, это была достаточно сборка с достаточно длинным импульсом. Позже появилась информация о возможности использования в конструкции сборки один компонент, а именно отражатель одновременно, содержащий большое количество бора, диборит вольфрама. И оказалось, что можно сделать сборку с существенно более маленьким временем жизни в ней нейтронов и, соответственно, более коротким импульсом. Вот. И тогда, в начале 90-х, начал развиваться вот проект РН. Принцип проекта РН – это такой же, как на ИБР-30, это с ускорителем УС-40. Это ускоритель электронов на энергию 200 МЭФ, это тормозная мишень и подкритическая сборка плутониевая, в которой шло дополнительное умножение, примерно 30-ка, вот, за счет цепной реакции деления. Параметры этого источника вот, показаны на этой таблице. Значит, сейчас, извините, я должен увидеть. Да. Вот, параметры первоначального проекта РН подразумевали иметь длительность импульса порядка 400 наносекунд, 150 Гц частоту повторения и интегральный выход нейтронов порядка 10-15 в секунду с достаточно компактной зоны, с компактной подкритической сборкой, с диаметром порядка 20 см и высотой 40 см. Это обещало быть лучшим
источником такого класса в мире на тот момент, даже более ярким, чем Арелла, вот, но с более длительным импульсом, поэтому тут вопрос соревнования еще оставался. К сожалению, реализация проекта затянулась достаточно на долгое время. Значит, схема размещения вот показана здесь. Вертикально расположенный в том же здании, где был ЛУЭ-40 для источника ИБР-30 и ЛУЭ-40, вертикально размещенный ускоритель ЛУЭ-200 и подкритическая сборка внизу мишени. Это вот современный вид здания 43, где все это происходит. Значит, к сожалению, проект растянулся на более чем 10 лет. С 1993 года, когда вот концепция ИРЕН была принята, были проведены проектные работы, была изготовлена топливная загрузка для подкритической зоны ИРЕН, но ввиду отсутствия реального финансирования со стороны института, этот проект был, ну, в каком-то смысле модифицирован, мягкое слово можно выбрать, он был модифицирован, было принято решение реализовать источник ИРЕН без подкритической сборки, только ускоритель и неразмножающая мишень. Значит, я опущу детали, связанные с конструкцией ускорителя, только отмечу, что, значит, вот Институт ядерной физики имени Будкера, Сибирского отделения Академии наук, предложил использовать в проекте, и они сейчас используются, уникальные ускоряющие структуры, которые позволяли реализовывать очень высокий темп ускорения, рекордный в мире, до 50 мегавольт на метр длины такой ускоряющей системы. Итак, после того, как было принято решение о том, что делать все-таки без размножающей сборки, мы посчитали, а что же получится, если это умножение тридцатку убрать и сделать в том, только в виде ускорителя и неразмножающей вольфрамовой мишени. Ну и вот оказалось, что если использовать вольфрамовую мишень, то будет проигрыш порядка около двух порядков по сравнению с первоначальным проектом, это вот с урановой мишенью, с вольфрамовой мишенью. И если заменить внутреннюю мишень, не размножающую, на мишень из естественного урана, то можно получить проигрыш порядка тридцатки. Ну и, собственно, по этому пути мы сейчас в настоящее время и движемся. Значит, оказывается, что в силу укороченного импульса, значит, импульс электронный, сейчас на существующем источнике ИРЕН, который мы запустили в 2009 году, но пока с небольшой, относительно небольшой энергией, до 50 мЭв и вольфрамовой мишенью. Так вот, длительность импульса – это 100 наносекунд. Ну и вот сравнение, энергетическое разрешение, которое показано для ИБР-30 на 100-метровой пролетной базе, а это мишень ИРЕН на 10-метровой пролетной базе. И, конечно, по интенсивности ИРЕН уступает ИБР-30 весьма существенно. Но оказывается, что энергетическое разрешение, оно уже для 10 электрон-вольт сравнивается в случае 100-метровой пролетной базы ИБРа и 10-метровой пролетной базы ИРЕН. А как раз это соотношение пролетных баз, это как раз компенсация большей мощности ИБР-30. То есть мы видим, что ИРЕН даже в таком усеченном варианте без подкритической сборки остается вполне неплохим источником для исследований в диапазоне энергии от 10 электрон-вольт и выше. Значит, как я уже говорил, в конце 2009 года основное оборудование ускорителя было смонтировано. Вот эти фотографии это демонстрируют. Это отдельно более подробно видим электронную пушку, ускоряющую секцию первую. Клистрон Томпсона, который используется в данное время. Значит, видим монтаж диагностического бокса, магнитный спектрометр энергии электронов, который находится прямо на пучке ускорителя. Ну и вот видим окончание монтажа, окончательная секция электроновода. Сама мишень ИРЕН, вот она здесь внизу. Это, собственно, тормозная мишень, это вольфрам диаметром 40, высотой 100 мм. И банка с дистиллированной водой, которая служит для охлаждения мишени и одновременно является и замедлителем нейтронов для того, чтобы сбросить энергию нейтронов в резонансную область. На сегодняшний день мы имеем
Следующую картину. Мы имеем до 3 ампер импульсный ток нейтронов. Мы имеем длительность импульса по быстрым нейтронам около 100 нан. Можем работать на частотах до 50 Гц и соответствующая мощность пучка до 450 Вт, до полкиловатта. И это соответствует интегральному выходу нейтронов, который мы измерили, до нескольких единиц, до 10 в 11. Несмотря на то, что идет постоянно работа по усовершенствованию ускорителя, в промежутках между монтажом и наладкой оборудования мы успеваем делать какие-то экспериментальные работы. Это вот сравнение реальных времяпролетных спектров, ну, вернее, уже энергетических спектров, полученных на одном и том же образце, естественный тантал, на ИБРИ-30 и на ИРЭНе, на одной и той же пролетной базе. Вот видим, к чему приводит, так сказать, длительность импульса 100 наносекунд в сравнении с 4 микросекундами, которые были на ИБРИ-30. Это вот измерение сечения захвата на естественном гадолинии в сравнении с работами, которые были выполнены на электронном линоке в Тройском университете в Штатах на RPI. Тоже вполне сравнимые, как бы, результаты, которые мы уже сейчас можем получать. Некие прикладные вещи – это нейтронно-резонансный захватный анализ, где мы исследовали некие геологические образцы, полученные из Монголии, и определяли, значит, количество редкоземельных примесей в этих образцах. Ближайшие наши перспективы до конца 2016, до начала 2017 года, скорее я бы так сказал, значит, получить переменную длительность импульса для того, чтобы иметь работать, возможность иметь с короткими импульсами, повысить частоты повторений до 120 Гц. Для этого уже приобретены и смонтированы новые модуляторные клейстроны, которые позволяют работать с частотой 120 Гц. Ввести в вторую ускоряющую секцию. Результаты были получены с одной секции и поднять энергию до 180 МФ. И сменить мишень вольфрамовую на мишень из естественного урана. Таким образом, выйти в 13-ю степень по интегральному выходу нейтронов. Научная программа традиционная для таких источников – это ядерные данные для реакторов, это исследование деления в резонансной области нейтронов, это фотоядерные сечения, ну и прикладные исследования, включая немаловажный компонент, такой как образовательная программа. Значит, опущу рекламные слайды про необходимость ядерных данных. В этой аудитории все это понимают. Это вот сравнение спектров теплового реактора и реактора на быстрых нейтронов. И в соответствующий диапазон сечений, который попадает вот сюда, это полностью область неразрешенных резонансов, поэтому ядерные данные здесь важны. Ну и, наконец, это сравнительная табличка, в которой ИРЭН даже уже сейчас находится, значит, среди аналогичных источников, работающих в мире. Это только источники на электронных ускорителях. Здесь нет НТОФа и нет реакторных источников. Ну и тем не менее, значит, после 2017 года, наверное, мы все-таки в изменившейся ситуации финансовой в институте и в лаборатории в том числе, наверное, можем подумать о том, чтобы вернуться к идее первоначальной, к первоначальному проекту ИРЭН, ИРЭН с размножающей сборкой. Вот. Но это требует, конечно, дополнительных обсуждений и обязательно потребует дополнительного финансирования, потому что только в рамках бюджета темы внутри лаборатории мы это решить не сможем. Спасибо за внимание. Так, спасибо большое, Валерий Николаевич. Ну вот это то, что в развитии. А сейчас, Олег Алексеевич, пожалуйста, мы послушаем то, что у нас есть на сегодняшний день, и чему как раз вот я бы хотел так привлечь внимание, активнее использовать работающий источник в Гатчине. Ну, бросим мимолетный взгляд на красивое Белое озеро в Гатчинском дворцовом парке и отправимся в наш институт, Петербургский институт ядерной физики Курчатовского научного центра.
Это разрез здания ускорительного комплекса одногенного протонного синхроциклотрона ПИАФ, который был запущен и начал работать в 70-м году. Эта машина построена была через 20 лет после пуска синхроциклотрона здесь, в Дубне. Очень похожая на него, но это на сегодняшний день самый большой синхроциклотрон, просто самый большой, да еще и оставшийся и работающий. С весом магнита около 8000 тонн, но что самое главное, он интенсивно использовался и продолжает использоваться по истечении 45 лет с момента пуска для решения многих задач, как в области ядерной физики, так и прикладных исследований. Это и облучение больных, терапия с помощью протонов одногенных, это получение ядер, далеких от дорожки стабильности, это, значит, вот сверху показано здание Гатчинского нейтронного спектрометра, но об этом будет собственный разговор. Вот. С точки зрения получения нейтронов на этом ускорителе, наиболее важными параметрами ускорителя является энергия протонов, конечная энергия 1 ГЭВ, внутренний ток протонов до 3 микроампер и частота повторений 40-60 Гц. На базе, значит, этого внутреннего пучка на выводном радиусе около 3 метров, на диаметре 6 метров, установлена внутри вакуумной камеры ускорителя установлена свинцовая мишень размером 40x20x5 сантиметров, охлаждаемая водой, потому что тепловая мощность, выделяемая на мишени, около 1 кВт. И рядом с этой мишенью располагается полиэтиленовый замедлитель вот с такими размерами. Значит, как нейтронный импульсный источник мы здесь имеем 3×10^14 нейтрона в секунду, средний выход в секунду на 4π, частота, длительность вспышки 10 наносекунд, частота повторений до 50 Гц, широчайший энергетический диапазон нейтронов от тепловых энергий, то есть дали электрон-вольта, вплоть до 1 ГЭВа. Вот. И 5 нейтронных пучков. 4 пучка имеют типичный спектр типа 1, деленное на e в степени альфа, где альфа где-то 0,65-0,82, и один пучок, который смотрит прямо на свинцовую мишень, имеет жесткий испарительный спектр типа спалышин. Вот так выглядит свинцовая мишень, вытащенная из ускорителя во время планового ремонта. Вот, вот так выглядит полиэтиленовый замедлитель. В общем-то, все тривиально и просто. Собственно говоря, и делался этот источник достаточно быстро, собственными силами, без привлечения крупных затрат. Когда ускоритель уже был построен, в головах физиков родилась идея использовать его как нейтронный источник, а почему бы и нет? Поэтому все было изготовлено довольно быстро. Если ускоритель заработал в 70-м году, то первые нейтроны на Гнесе были получены уже в 73-м, а в 75-м уже начались регулярные физические измерения. Вот так выглядят, значит, нейтроноводы, трубы, в которых форвакуум. Вот это К1 и К2 – это большущие такие коллиматоры, поскольку речь идет о нейтронах очень высоких энергий, поэтому по оси пучка длина каждого такого коллиматора, К1 – это латунный, К2 – это стальной коллиматор, около метра. Вот это пучки, значит, при выходе из главного зала ускорителя перекрываются нейтронными шиберами. Вот. И для того, чтобы оценить выход нейтронов, можно воспользоваться было простыми цифрами. Вот здесь на левой картинке показано выход нейтронов в нейтронах в секунду на ампер тока. И при троке 3 микроампера и при средней множественности образования нейтронов на одногенный протон 20 штук, мы имеем интегральный выход 3×10^14. Последующие измерения подтвердили эту цифру. Справа показано, как выглядит жесткий испарительный спектр, который прямо когда нейтроны вылетают из мишени, еще не из замедлителя, он имеет испарительную компоненту до 90 примерно процентов со средней энергией 1,3 МЭВа и каскадную компоненту очень жестких нейтронов, которая простирается вплоть до энергии падающих протонов. Вот. Вот это когда все было построено, начал работать импульсный нейтронный источник и начались физические работы, уже в 1985 году в журнале Nuclear Instruments появилась большая статья с полным описанием спектрометра. Вот. Собственно говоря, спектрометр был, и источник, и спектрометр были спроектированы для проведения ядерно-физических работ, спектрометрии по времени пролета. Вот так выглядит спектр нейтронов, очень знакомый для всех тех, кто работает в ЛНФ.
это спектр, выходящий из двух замедлителей. Первоначально мы использовали одновременно два замедлителя толщиной 3,5 сантиметров, и они несколько отличаются по наклону, но вот так они, в общем-то, выглядят в интервале от 1 электронвольта до 10 в пятой, до 100 кФ. Измерено это было с помощью стандартного БОР-10 радиатора и детектора гамма-квантов на триод. Вот. Вот так выглядит жесткий спектр, выходящий прямо из мишени. И вот он простирается от 1 МЭВа, вот 10 МЭВ, 100 МЭВ и вплоть до ГЭВа. И это уже точки экспериментальные, гладкая кривая – это подгонка. И примерно так раскладка по декадам. От 1 до 10 МЭВ – это 57%, 10-100 МЭВ – 28%, и до 1000 МЭВ – там еще примерно 15%. Полный выход измеренный. Такой, это на 40-метровой пролетной базе 4 на 10 пятов нейтронов уже на сантиметр квадратный в секунду. Это реальные цифры, полученные на пролетной базе 40 метров. Имея такой поток нейтронов, как резонансных, так и очень быстрых, мы можем делать практически весь спектр спектрометрических нейтронных работ время пролетных в этом диапазоне от тепловых до 1 ГЭВа. Собственно, чем мы и занимались. Кроме пучка вот такого чистого, можно еще получать пучок фильтрованный, который обычно получают на реакторных непрерывных спектрах. Если вот эта картинка была получена, когда в пучок резонансных нейтронов был вставлен фильтр железа Армко толщиной 60 см. И вот так вот эти пики, которые вы видите, они соответствуют резонансным провалам в полном сечении железа. Справа налево 24,4. Опа. Значит, много проскочил. Вот. И дальше идет это, энергия пиков кэвах. То есть вы можете, если уж вам очень хочется сделать, например, измерение каких-то сечений, при этом сильно понизить фон, вы можете поставить вот такой толстый фильтр и работать уже на непрерывном спектре, но отфильтрованном пучке. Вот. Вот так выглядит суммарное разрешение Гнейса как спектрометра. Полная вот левая компонента, которую вы видите, это вот так называемая доплеровская компонента функции разрешения. Она не зависит от пролетной базы и больше вообще ни от чего, кроме как от типа массового числа ядра и температуры образца. Она для всех время пролетных спектрометров одинакова. И вот что здесь в Дубне на Ибре, что у нас, и на любом другой машине, где-то примерно до сотни электронвольт, 200 электронвольт, это одна и та же величина для всех время пролетных спектрометров. Другая величина, независящая, это тут дельта ЕКЕ. Вот. Это вот вклад замедлителя в функцию разрешения. Он зависит только от длины пролетной базы, а зависит от толщины замедлителя и не зависит от энергии нейтрона. Он просто выше или ниже. И плюс еще линейно зависящие в таком дважды логарифмическом масштабе компоненты чисто временные, связанные с длительностью вспышки. То есть суммарная функция разрешения идет вот так, и где-то в области примерно 1 кэва имеет минимум, где наилучшее энергетическое разрешение. Так, поехали дальше. Вот как реально выглядит время пролетный спектр. Это уже чисто, так сказать, для экспериментаторов, чтобы было понятно, с чем имеем дело. Вот так выглядит выход гамма-квантов, когда на пучке стоит образец 238-го урана. Сверху цифры по шкале горизонтально – это энергия в кэвах. Тут времена пролета в каналах 80 наносекунд на канал. Вы видите, что начиная вот тут кусок спектра, начиная с 200 электрон-вольт, вот эти прекрасно разрешаются все резонансы, где-то еще до 1,5 кэв тоже все резонансы без пропусков разрешаются. Ну а дальше уже разрешение начинает замазывать резонансы, а это уже резонансные провалы, связанные с постановкой черных фильтров на пучок. Понятный всем времяпролетным специалистам спектра. При сравнении времяпролетных источников с разными длинными импульсов, длительностью импульсов и длинными пролетных баз обычно используют стандартную величину дельта Т к L. Это и при равенстве сравнивают обычно два разных спектрометра, пользуясь равенством, то есть при равном энергетическом разрешении, и тогда мы видим, что скорость счета в каналах, соответствующей какой-то энергии, относится как коэффициенты качества одного и второго источника. В числителе вот эта самая величина и средняя, это средняя интенсивность нейтрона в секунду, а это дельта Т в квадрате, это длительность вспышки. И вот та табличка, которую уже Виктор Лазаревич показывал, она еще раз напоминает вам, с чем можно сравнивать Гнейс.
Вот если мы будем брать только установки, где источниками являются протонные ускорители, то вот сейчас наиболее, так сказать, продвинутая установка – это установка ENTOF в ЦЕРНе. Вот у них соответствующая интегральная интенсивность где-то 0,4 на 10-15, у нас 0,3. У них длительность вспышки такая же, как у нас, потому что свинцовые, ну не потому что, а свинцовые тоже мишень с длительностью вспышки 10 наносекунд, и соответствующий коэффициент качества, и деленное на дельта Т, коэффициент Q, в ТЕНТОФе четверка, у нас тройка. Ну а все дальше, а дальше спектры реальные выглядят действительно так, как вот должно выглядеть в соответствии с этой таблицей. Вот. Общая схема спектрометра такова. В главном зале ускорителя вот, собственно, находится циклотрон. Пучки выводятся вот сюда, в отдельно стоящее здание павильона ГНЕЙС. И здесь вот имеются реально 4 пучка резонансных нейтронов и один пучок быстрый. В квадратах показаны эксперименты, которые мы выполняли, начиная с 1975 года. Я не раз на совещаниях по взаимодействию нейтрона с ядрами и синах рассказывал про эти эксперименты. Поэтому... Собственно говоря, времени очень мало, тогда, значит, галопом по этим экспериментам. Чтобы понять, собственно, что это такое. Начинали мы с исследования так называемой N-гамма-F реакции. В Дубне, в ЛНФ, эту проблему знают очень хорошо. Что это такое? Это деление под действием нейтронов после предварительного испускания одного или нескольких гамма-квантов. Процесс достаточно редкий, составляет всего несколько процентов от обычного прямого деления. И чтобы его зарегистрировать, нужно иметь достаточно высокую скорость счета, хорошее энергетическое разрешение, и делается это обычно на тяжелых ядрах типа урана 5, плутония 9, делается в резонансной области. Вот эта схема этой реакции. Вот. А дальше вот смотрите, специально для экспериментаторов. Вот картинка, как набирается скорость счета событий при измерениях на 40-метровой проветной базе, если стоит камера деления с плутонием с общим весом на мишени 0,8 грамма плутония. И вот за 4,5 часа набирается вот такая картинка, где прекрасно разрешаются все резонансы плутония. Показан кусок спектра от 40 электрон-вольт до 100 электрон-вольт. И вот с такой статистикой по несколько тысяч событий в канале в максимумах резонанса. То есть статистика набирается очень быстро. Действительно, светосильная установка, которая позволила нам сделать, получить такие оценки ширины N-гамма-F реакции, которые до сих пор являются самыми лучшими, несмотря на то, что прошло уже почти 30 лет. Это результаты, не будем на них останавливаться. Кроме множественности гамма-квантов, по которым были определены ширины, мы еще измерили спектры определительных гамма-квантов. Вот как были два результата 30 лет назад, полученные в Сокле и в Гатчине, так они есть до сих пор. И только сегодня, когда начали пересматриваться в библиотеке ядерных констант, американская ENDFB, европейская JEF, японская JENDAL, наконец-то пришли к выводу специалисты, что надо пересмотреть эти параметры. Ну, были еще многие эксперименты, которые начинались в Гатчине, а потом, поскольку требовалось больше, более высокий поток, а на тандеме ИБР-30, ЛУЭ-40, здесь в Дубне, потоки резонансных нейтронов были примерно в 20 раз больше, вот. Мы начинали эксперименты, например, как этот, изучение вперед-задовой асимметрии осколков деления. Эксперимент начинался в Гатчине, определялись положения ненаблюдаемых в обычном делении P-резонансов. Вот здесь картинка приведена для урана 5, а затем эксперимент переезжал сюда в Дубну, и здесь уже успешно набиралась статистика. Повторяю, поток был тогда на том старом ускорителе, на тандеме таком Ибер-Луэ, был в 20 раз больше. Вот, были определены параметры резонансов, и, наконец, вот, еще один эксперимент, который очень характерный. После многих лет работы с резонансными нейтронами мы в середине 90-х замахнулись на измерение сечений деления целого ряда ядер. Это еще не та работа, не буду сейчас про нее. Это поляризуемость нейтрона. В Дубне тоже знают про эту проблему, я ее пропущу. А вот мы переехали в область энергии от 1 до 200 МЭФ и очень успешно в течение 5 лет измерили целый ряд сечений деления вот такого набора тяжелых ядер, начиная от актинидов типа урана 3, уранов 8, тория и кончая естественным свинцом и висмутом. И результаты, полученные в этом эксперименте, который выполнялся при поддержке проектов МНТЦ, до сих пор являются лучшими результатами, которые даже энтофовцы, несмотря на то, что они претендуют на это, тем не менее, они смогли их улучшить. А результаты, полученные для урана 8 и для висмута 209, вошли в оценку ядерных стандартов.
Вот. И последнее, вот видите, здесь сечение, там были барны на актинидах, а здесь были миллибарны. Это сечение деления висмута 209-го. В общем, 40 лет эксплуатации нейтронного источника гнезд и спектрометра показали, что машина эта была, как 40 лет назад, прекрасной машиной, такой остается и сегодняшний день, и на том самом унылом нейтронном ландшафте. Вот, это остается работающей установкой, и, честно говоря, мы дали ей в свое время имя ГНЕИС, Гатчинский нейтронный спектрометр, и всегда имели вот здесь под коркой понимание, что ГНЕИС – это такая крепкая скальная порода, и 40 лет не смогли не сделать нам ничего плохого, и установка работает до сей день. И мы приглашаем всех тех, у кого нейтронов нет, а есть желание работать, приезжать к нам и вместе с нами делать эксперименты. Пучки свободны, они используются не так уж и интенсивно. Так что очень, очень рады видеть вас всех в Гатчине. Так, спасибо большое, Алексеевич. Так, ну, еще у нас работающий источник нейтронов – это Ниц-Курчатовский институт на Московской площадке. Вячеслав Терентьевич М. расскажет нам, что там происходит. Ну, я расскажу о реакторе ИР-8, который в Курчатовском институте. И, наверное, расскажу не только о установках, которые по ядерной физике, но вообще во всех установках и вообще, что делается на этом реакторе. Ну, реактор это, вот вы тут видите, значит, реактор очень старый. Значит, построен был в 1953 году, по-моему. 57-м. Да, в 1957 году он был построен, значит, в 1981 году была реконструкция. Значит, назначенный срок эксплуатации, вы видите, до 2027 года, то есть прошла модернизация всяких элементов управления, реактора и так далее. Значит, сейчас имеется лицензия до 2017 года. Сейчас готовится лицензия, значит, будет продлен срок работы реактора. А вообще реактор может работать до 2027 года. Значит, ну, реактор очень старый, и мощность его 8 мегаватт. Но, тем не менее, значит, по своим характеристикам реактор, в общем-то, неплохой. Потому что основное, что нас интересует, это сколько нейтронов мы имеем на выходе из стенки реактора. Так вот, по этому показателю он является одним из лучших. А по соотношению мощности к потоку нейтрон, он вообще, значит, уступает только реактору ФРМ-2. Значит, на выходе из экспериментальных горизонтальных каналов мы имеем 10/10 нейтронов сантиметр квадратный секунду. Значит, такой же показатель имеет 30-мегаваттный реактор в Корее, 20-мегаваттный новый реактор, это Опал в Австралии, и 18-мегаваттный реактор в Гатчине, тоже он на выходе из горизонтальных каналов имеет 10/10 нейтронов. Так что реактор маломощный, но по своим характеристикам он совсем неплохой. Значит, ну вот здесь показаны, какие установки есть. Желтым цветом, значит, показаны это установки по ядерной физике, а этим цветом, синим цветом показаны установки по физике конденсированного состояния и материаловедения. Значит, ну, начну я с этих установок, которые по ядерной физике. Поскольку по каждой установке имеется, значит, несколько слайдов,
Времени не хватит, поэтому я не буду показывать эти слайды, а просто здесь покажу. Если будут вопросы, уже можно будет по слайдам, значит, это сказать. Ну, источник очень холодных нейтронов. Вот начнем с, вот так вот, в таком порядке. Значит, это вот изогнутый канал есть. Значит, там нейтроновод из нержавеющей стали. Значит, и очень холодные нейтроны, это от 500 ангстрем до 20 ангстрем. Значит, таких нейтронов на выходе имеются порядка 3000, поток 3000 нейтронов в секунду. Если учесть, что сечение нейтроновода там 60 квадратных сантиметров, то есть плотность потока примерно 50 нейтронов на сантиметр квадратный в секунду. Значит, здесь пока нет никакой установки. Сейчас монтируется установка для исследования неупругого рассеяния, значит, различными металлами, сплавами и полимерами. Следующая установка, значит, которая относится вот к отделению к отделу ядерной физики, это вот стенд облучения биообъектов. Это обычный горизонтальный канал коллимированный. То есть там спектр нейтронов – это реакторский спектр. Диаметр коллиматора 16 мм. Там проводится совместно с лабораторией биологических половых клеток. Есть такая лаборатория в Курчатовском институте. Проводится исследование влияния малых доз облучения на возможность этих самых стволовых клеток индуцировать или же, значит, регулировать процессы образования опухоли. Ну, значит, тут имеется поток нейтронов, значит, порядка 6 на 10 седьмой, то есть порядка 10⁸ нейтронов на квадратный сантиметр в секунду. Вот проводятся такие эксперименты. Теперь, значит, имеется канал исследования неупругого рассеяния быстрых нейтронов. Это тоже канал, специально сделанный для того, чтобы вывести пучок быстрых нейтронов. То есть там используются фильтры, бор, это кадмий и уран-235. Значит, поток быстрых нейтронов примерно 10⁸ нейтронов на квадратный сантиметр в секунду. Значит, что исследуется? Исследуется неупругое рассеяние нейтронов, то есть исследуется сечение, образование разных возбужденных состояний. Значит, при неупругом рассеянии нейтронов в N-гамма-реакции. То есть неупругое рассеяние образуется нейтрон теряет энергию, образуется гамма-квант. Вот сечение таких реакций, значит, образуется схемы этих самых уровней ядерных возбужденных. И также изучается еще и есть прикладные вещи, то есть это промпт гамма, это самый анализ, то есть элементный состав определяется. Имеется еще, значит, вот этот канал, это касательный канал. Это там находится бериллиевый отражатель. Здесь находится времяпролетный спектрометр с охлаждаемой мишенью. И также эта установка еще снабжена это, капиллярной нейтронно-оптической системой. Ну, это, то есть, капиллярная линза. То есть это набор очень тонких капилляров, сделанных из стекла, и которые изогнуты. То есть это позволяет собирать нейтронный пучок, фокусировать его. И эта система используется для терапии, для возможности использования нейтронов для терапии. То есть такая линза, она очищает нейтронный пучок от быстрых нейтронов, от гамма-квантов и позволяет получить, значит, интенсивный плотностью потока, большой интенсивностью нейтронные пучки. Значит, а времяпролетный спектром используется для того, чтобы тут еще они
разработали трубки, которые позволяют пропускать нейтроны. Внутренняя поверхность трубки, она зеркальная. И можно, значит, под углом, то есть изгибать пучки нейтронов. Вот как влияет, значит, радиус изгиба на спектр получаемых нейтронов в конце трубки? Вот времяпролетный спектрон используется для этих целей. Ну и источник холодных нейтронов. Значит, холодные нейтроны, ультрахолодных нейтронов, это скорости нейтронов примерно от 3 до 6 метров в секунду. То есть это длина волны примерно 1700 ангстрем до 600 ангстрем. Значит, ну, таких нейтронов получается где-то примерно 200, весь поток 200 нейтронов в секунду. То есть это очень слабые потоки. Установка была создана 30 лет назад. Значит, последние годы она, в общем-то, не использовалась, только в тестовом режиме. Но на этом канале же имеется выход и прямого пучка. То есть это обычный прямой пучок, на котором стоит другая установка. Это установка по измерению спектра бета-частиц, которая образуется в результате распада, значит, уран-235 и плутония-239. Ну, а это вот все установки по ядерной физике. Две минуты. Ну, об этих установках я вообще не буду говорить. Значит, просто скажу, что сейчас у нас запущены две современные установки. Это стресс-дифрактометр и установка по нейтронной томографии. Модернизуется сейчас монокристальный дифрактометр. И работают успешно уже две установки. Это старые установки. Это дифрактометр высокой светосилы и малоугловая установка высокого разрешения. Ну и в перспективе, значит, мы в 2017 году должны, в конце этого года должны запустить источник холодных нейтронов, а в конце следующего года должны запустить еще три установки. Спасибо. Все. Две минуты, пожалуйста, если есть вопросы, к Вячеславу Вторичу. Так, Вячеслав Терентьевич, вопросов нет. Значит, сейчас перерыв у нас 15 минут. Ну, получается, на полторы минуты больше. Так что я прошу всех, чтобы мы, значит, официально перерыв 16.30 до 16.45, чтобы в 16.45 мы здесь продолжили заседание. Спасибо.
Так, ну мы продолжаем наше заседание. Значит, сейчас будет доклад Георга Варткесовича Даниляна, Институт теоретической физики. И вот один из важнейших разделов современной ядерной физики вообще, и в том числе нейтронной ядерной физики, это физика деления. Георг Варткесович, и вы в том числе про ИБР-2 немножко расскажете, да, про исследование на ИБР-2 тоже расскажете. Я говорю, вы про исследование на ИБР-2 тоже расскажете? Нет. А, нет, про ИБР-2 не будете говорить. Пока рано. Пока рано. Хорошо, значит, про ИБР-2 пока рано, но планы такие есть. Кратко история вопроса. В 98 году, то есть очень давно, на реакторе ИЛЛ был поставлен поисковый эксперимент по измерению трехвекторной корреляции. Ну, что очень близко все друг к другу. Вот эта трехвекторная корреляция, она выглядит как Т неинвариантная, то есть при инверсии времени меняется знак угловой части. Поэтому мы, учитывая, что ВЛЛ большая конкуренция пропозлов, то мы спекульнули вот этим обстоятельством, и эксперимент был поставлен большой коллаборацией институтов, включая ИЛЛ, Тюбингенский университет, ПИАФ и ИТЭФ. В итоге, как ни странно, как ни удивительно было и для авторов, был обнаружен эффект вот этой самой трехвекторной корреляции, и коэффициент, первое ядро было уран-233, и коэффициент оказался довольно-таки большим. Ну, часть авторов возбудились, что открыто нарушение временной инвариантности. На самом деле, значит, в этой корреляции стоит спин нейтрона, но на самом деле коррелируют легкий осколок и альфа-частица тройного деления коррелируют со спином составного ядра делящегося. Поэтому здесь, в принципе, надо ставить спин-компаунд состояние. Но поскольку при захвате тепловых нейтронов возбуждаются оба спиновых состояний компаунд ядра, G плюс половинка и G минус половинка, то на самом деле нам неизвестно, в какой пропорции они и как все это осуществляется, есть ли интерференции или нету. Поэтому во всех публикациях у нас здесь
фигурирует спин нейтрона. Через небольшое время было измерено и аналогичная трехвекторная корреляция для урана пятого. Она оказалась меньше, но я обращаю внимание, что знак противоположный. Чем определяется знак коэффициента D? Во-первых, это на какое состояние компаунд ядра происходит в основном деление, из какого состояния. Из состояния G плюс половинка спин составного ядра направлен по спину нейтрона. А из состояния G минус половинка в обратном направлении. То есть получается, что поляризация отрицательная. Кроме того, в коэффициент D входят клипсы, и, следовательно, тоже зависит от спиновых состояний. Ну вот это есть некий медицинский факт, что коэффициенты корреляции разные, противоположные. Группа Пиаф продолжала исследование вот этого три эффекта, название, в общем-то, неправильное, потому что это не имеет отношения к time-reversal invariance. И они обнаружили, что в более детальном исследовании в тройном делении обнаружили, что спектры альфа-частиц при реверсе поляризации сдвигается на очень маленький угол. Это сразу, так сказать, напоминает какой-то систематический эффект, потому что физически этого не должно было бы быть. Они искали аппаратурный эффект, не нашли, и один из авторов, Алексей Гагарский, понял, что речь идет о том, что в момент разрыва ядра на два осколка и альфа-частицу ядро вращается. Поэтому к скорости осколка такой от кулоновского отталкивания прибавляется еще скорость, связанная с вращением, орбитальная. И в итоге траектория осколка оказывается гиперболической вместо прямолинейной. И эффект заключается не в том, что смещается спектр альфа-частиц, а смещается ось деления. Она вот на маленький угол смещается, а измерение происходит относительно этой оси. Вот этот эффект был назван рот-эффектом. И он, конечно, может наблюдаться не только для альфа-частиц, но и для любых частиц, имитируемых во время деления, в процессе деления. Если угловое распределение этих частиц анизотропно относительно оси деформации делящегося ядра. Когда мы узнали о рот-эффекте из ПИАФ, мы в это время в Берлине на реакторе БР-2 мерили по нечетную асимметрию в делении, мы решили посмотреть, а нет ли такого рода эффекта в гамма-квантах. О, тогда я должен ускоряться.
В общем, в эксперименте измеряется асимметрия при реверсе поляризации пучка нейтронов. Асимметрия совпадений гамма-квантов мгновенных или мгновенных нейтронов с осколком легким и отдельно тяжелым. Ну, я из-за отсутствия времени не буду останавливаться на мотивации. Это наша экспериментальная установка. Ну, если будут вопросы, я времени осталось мало. Это сечение нашей камеры. Опять же, будут вопросы, я могу. Это просто фотоустановки. Вот мы узнали о том, что ФИАФ измерили род асимметрию в тройном делении для урана пятого и урана третьего. И у них оказались знаки одинаковые. Для... Вот я обращал внимание, что триэффект – знаки противоположные. А вот для род-эффекта у них оказались одинаковые знаки. Поэтому мы решили посмотреть в одновременных измерениях урана пятого и урана третьего род-эффекты в гамма-квантах мгновенных и мгновенных нейтронах. И, как видно, знаки оказались противоположными. Но потом мы более подробно мерили уран третий, и уран пятый – это наши ранее поставленные измерения. И вот значит, есть некое противоречие между нашими данными в род-эффекте по каналу гамма, по каналу нейтронов и данными ПИАФ по тройному делению. И вот на этой картинке, на этой таблице приведены соответствующие корреляции. Вот обращаю внимание, корреляция в триэффекте выглядит таким образом. Корреляция для род-эффекта в гамма-канале, поскольку анизотропия маленькая, может быть выражена аналогичной почти формулой дополнительное скалярное произведение. И обратите внимание, что знаки эффектов для третьего и пятого три эффекта противоположны в род-эффекте в гамма-канале противоположны, в нейтронном канале противоположны. А вот ПИАФовские данные одинаковы. Я не сомневаюсь в квалификации ПИАФовской группы, что они ошиблись. Но вот это совершенно непонятное явление, потому что объяснить его невозможно. Все, спасибо. Очень хорошо отозвались о квалификации ПИАФовской группы. Можно понять так, что квалификация такая, что наверняка они ошиблись. Так, ну, пожалуйста, может быть, есть вопрос 1-2. Нет вопросов, да? Хорошо, спасибо большое тогда еще раз. Так, и Алексей Леонидович Барабанов продолжит эту тему с корреляциями в делении.
лазер в самом верху. Угу. Вот это ваша презентация. Да, да, да. Название моего доклада о проблемах, которые возникают при описании корреляции трех частиц, о которых только что рассказывал Егор Твардкесович. Но на самом деле, наверное, стоило бы назвать немножко иначе, скорее о значимости с точки зрения теории вот тех тройных корреляций или корреляций трех частиц, о которых вот здесь шла речь. Ну, во-первых, тоже немножко об истории, но... Значит, я бы сразу хотел сказать, что существует два типа корреляций, два типа корреляций трех частиц. Но вот все началось с экспериментов, которые были выполнены еще в конце 90-х годов, здесь поставлен 2000 год. Это корреляция тройная, это корреляция такого типа, когда нейтрон поляризованный, частицы спускаются... осколки спускаются поперек, и существует асимметрия вылета альфа-частицы относительно вот этой плоскости, сформированной спином нейтрона и направлением движения легкого осколка вверх относительно этой плоскости или вниз относительно этой плоскости. Это и есть тройная корреляция. Ну, я предложил бы его назвать T-эффект, чтобы не путать вот с всякими эффектами нарушения временной инвариантности, которые здесь, конечно же, не существует. Вот. А чуть позже был найден другой эффект, который вот называется иногда рот-эффектом. Я для краткости предпочитаю называть R-эффектом. Это просто, он означает, что вот эта асимметрия спускания альфа-частицы вверх и вниз, она еще осложнена дополнительной угловой зависимостью. И поэтому возникает еще дополнительный фактор, и получается пятивекторная корреляция. Так вот эти вот корреляции... тройная и пятивекторная, трехвекторная и пятивекторная, вот эта корреляция при мгновенном испускании трех частиц, то есть третья частица испускается в тот же момент, что и два осколка. Вот в ядерной физике низких энергий для легких частиц есть такое понятие демократические трехчастичные распады, когда эти три частицы рождаются одновременно. Вот это типичное тройное деление, это типичный демократический распад, когда все происходит одновременно. Существует другой тип трехчастичной корреляции, о которых как раз рассказывал Георг Твардкесович. Там другая ситуация, там последовательный распад. То есть представьте себе, что сначала появились два осколка, а потом уже один из осколков спускает нейтрон или гамма-квант. Это вот как раз та вещь, о которой рассказывал Георг Твардкесович. Вообще, говоря, это другая физика. То есть тут одновременное рождение трех частиц, там последовательное. Сначала распад на два осколка, потом распад одного осколка на две частицы. Поэтому я бы не удивился, что знаки разные, физика все-таки немножко разная. Вот это первое. Дальше... Значит, что значит, вот Георг Твардкесович рассказал уже, что этот эффект пятерной называется рот-эффектом, от rotation, потому что люди, которые его открыли, связывают существование этого эффекта с тем, что значит, нейтрон поглощается поляризованный, он закручивает ядро, и якобы это ядро с разной вероятностью спускает нейтрон, там, альфа-частицу там, в одну сторону и в другую сторону. То есть такая вот модель, как вот спутник с Земли стартует, его, значит, не все равно, куда запускать, там, по движению Земли или против движения Земли. В общем, конечно, такие простые идеи, они всегда хороши для первого понимания. Но если взять все-таки ядерную физику современную, то я не думаю, что вот в современной ядерной физике низких энергий хоть где-нибудь используются такого рода модели, когда люди бы мыслили на языке классической механики. Разумеется, современная понимание реакции требует квантово-механического описания этих реакций. Поэтому, конечно же, вот хорошо бы для этих эффектов тоже подобрать некоторое квантово-механическое описание. Тем более, что все признают, что хотя для, по отдельности для T-эффекта, R-эффекта есть некоторые такие классические соображения, но нет ни одного универсального объяснения, которое бы объясняло бы одновременно и тот эффект, и этот эффект. Поэтому нам нужна квантовая механика. Вот. Теперь что такое с точки зрения квантовой механики описать вот эти корреляции? Ну, тут буквально два слова.
по аналогии с тем, что обсуждалось раньше, вот в последние два десятилетия 20 века, были очень популярны обсуждать понечетный эффект деления или там право-левое симметрии. Ну, например, понечетный эффект – это был эффект того, что когда делишь ядро нейтроном, то осколок легкий преимущественно спускается, ну, например, против направления спина нейтрона, а не по спину нейтрона. Ну, а это вот вперед право-левая корреляция – это нечто подобное. Откуда берется с точки зрения квантовой механики такая симметрия? Любая симметрия в квантовой механике – это эффект суперпозиции волновой функции. То есть это просто нужно наложить две функции разной четности. Для самой простой вещи это наложить S-волну на P-волну, то есть L равно нулю на L равно единице. Вот как это здесь нарисовано. Если у вас захватывается S-волновой нейтрон, то рождаются осколки в S-волновом состоянии. Это такое изотропное состояние, которое всюду имеет одинаковый знак плюс. Если же происходит нарушение четности, то возникает P-волна, и это гантелька, знакомая нам из школьного учебника химии. Вот, но поскольку она меняет знак при инверсии, то с одной стороны эта гантелька положительная, а с другой стороны отрицательная. Поэтому с одной стороны волны складываются, получается усиление, с другой стороны волны вычитаются, получается ослабление, поэтому частицы преимущественно летят в одну сторону. Вот что такое с точки зрения квантовой механики асимметрии. Значит, надо придумать такие волны, которые накладываются так, что они дают вам движение в каком-то определенном направлении. Вот на таком языке предпочтительно бы и объяснять все возможные корреляции, которые у нас возникают. Так это, как это происходит в других областях ядерной физики, не в делении. Вот. Ну и кроме того, есть дополнительная проблема. Всегда, когда мы имеем дело с нейтронами, о чем вот говорил Георг Варкесович, что когда у нас есть поглощение медленных нейтронов, то действительно возникает два типа компаунд-резонансов со спинами вот, спин ядра мишени плюс минус 1/2 спин нейтрона. И действительно любое сечение, это будет сечение одного резонанса, другого резонанса и некоторая интерференция. И при этом вот эти вот два сечения могут иметь противоположные знаки, потому что есть такой забавный эффект, что когда нейтрон поглощается, поляризованный определенным образом, то в зависимости от того, какой спин, каков спин компаунд ядра зависит от того, зависит то, куда это ядро поляризовано. То есть оказывается, что поляризация ядра имеет разные знаки для разных резонансов. Поэтому может быть так, что действительно как бы сечения, связанные с определенными резонансами, они сокращают друг друга, а работает только интерференция. Такое может быть. Но может быть и не такое. Вот. Так вот, что значит вот дать квантово-механическое последовательное описание вот эффектов асимметрии? Это означает вести какую-то трехчастичную науку. Это все известно. Обычно используется такой метод гипергармоник. То есть если вы работаете с тремя частицами, то у вас есть, по крайней мере, два вектора. Один вектор, вот, например, в случае деления, вектор от одного осколка к другому, а другой вектор – это альфа-частица относительно центра масс двух осколков. И вот вы должны работать с шестью степенями свободы, и в рамках метода гиперсферических гармоник вводится гиперрадиус, это есть некоторое среднее расстояние между всеми частицами, и пять углов. Два угла – это, собственно, те, которые определяют направление этого вектора, два угла – направление этого вектора, а пятый угол – это есть некоторый угол, который определяет соотношение между двумя этими векторами ρ альфа и ρ f. Так вот, волновая функция пишется в виде некоторой суперпозиции, куда входят так называемые гипергармоники, которые включают в себя обычные сферические гармоники вот от этих вот двух векторов. Вот. Собственно, вот это и есть волны, которые накладываются друг на друга, которые могут иметь разную четность, и когда они накладываются друг на друга, то у нас возникает прихотливая картинка в пространстве, от чего, значит, частицы в одну сторону летят с большей вероятностью, а в другую сторону летят с меньшей вероятностью. Вот. Это вся картинка для свободных частиц. На самом же деле, когда у вас происходит тройное деление, то частицы не свободны, между ними есть гигантское кулоновское отталкивание между двумя осколками и альфа-частицы относительно двух этих осколков.
И легко сообразить, что эта задача не центральная в трехчастичном случае. Поэтому здесь все угловые моменты не сохраняются. То есть не сохраняется орбитальный момент такой и орбитальный момент такой. Это значит, что они все смешиваются. И это как раз то, что нам нужно. Когда они смешиваются, возникает наложение волн, которое определяет асимметрию. И дело за малым посчитать это смешивание, для чего нужно развить вот такую вот науку, построить волновые функции в виде суперпозиции всех возможных вот таких вот волн гипергармонических с радиальными функциями, дальше решить уравнение для связанных каналов для этих функций. Так вот, я хочу сказать, что задача-то решается в обычной ядерной физике, потому что нам тоже есть подобные задачи. Значит, я просто сразу перепрыгну, потому что времени уже немного. Вот типичная работа 2009 года. Одна из известнейших задач, которые решаются там с 80-х годов прошлого века, распад, трехчастичный распад бериллия-6, это нестабильное ядро, оно распадается, 0 плюс состояние, оно распадается на два протона и альфа-частицу. Вот. И люди уже многие годы пытаются описать угловые корреляции в этой трехчастичной системе. Она вот буквально такая же, как тройное деление. Все три частицы кулоновские обладают зарядом, кулоновские отталкиваются друг от друга. И вот в относительно недавней работе был опубликован вот эксперимент, и, как было сказано, там одно из лучших теоретических описаний на сегодняшний день, где вот представлены вот эти вот все тройные корреляции, две частицы относительно третьей частицы. Вот тут есть угол между двумя этими осями, есть там распределение по энергии. И, в общем, в этой задаче, где заряды намного меньше, чем в случае тройного деления, тут заряды единички у протонов, а у осколков заряды 40-50. Поэтому если они в квадрате, то это в 1000 раз больше. Вот даже эта задача, она вот сейчас вот только-только начала решаться на современных компьютерах, и люди ее делают, люди ее делают. Вот, поэтому тройное деление надо рассматривать как некоторый экстремальный случай вот этой задачи, которая решается в другой области физики. Ну вот, наверное, надо вот эти методы попытаться применить к тройному делению. Ну и, наконец, немножко еще о том, о чем говорил Георг Варкесович. Это вот нейтроны и гамма-кванты. Это вот старые работы, я так понимаю, еще работа появилась. Значит, здесь немножко другая физика. Еще раз, это последовательный процесс. Поэтому, если нейтроны и гамма-квант вылетают из осколка, то понятно, что для того, чтобы он полетел асимметрично, нужно, чтобы он как-то реагировал на спин этого осколка, другого способа нету. То есть выстроенность осколка спиновая порождает асимметрию. И проблема состоит в том, каким образом эта выстроенность чувствует поляризацию компаунд-ядра. Но вот эта задача, на самом деле, давно нами рассматривалась чисто схематически. Вот здесь написана некоторая формула, которая показывает, что да, эту общую схему можно написать, то есть действительно существует эффект зависимости выстроенности осколка спиновой от поляризации компаунд-ядра. Если все собрать вместе, получается вот некоторая формула, которая содержит вот такую комбинацию сферических гармоник, и которая как раз и есть вот одна из этих гармоник. Это и есть пятивекторная корреляция, которая измеряется в экспериментах. Здесь, правда, выясняется такая интересная особенность, что такая корреляция может существовать только в том случае, когда существует интерференция между случаями деления в состоянии с разными числами k. Вот, по-видимому, поскольку такие интерференционные слагаемые очень малы, то и эффект невелик. Но это только наше предположение. Вот. Ну и в заключение нужно сказать, что еще раз, что для того, чтобы описать, нужно построить правильную волновую функцию. Похоже, что кулоновского отталкивания вполне достаточно для того, чтобы существовал механизм смешивания этих состояний с разной четностью. Это должно приводить к нужным асимметриям, но количественно это все намного сложнее, чем то, что делается сегодня в легких ядрах. Хотя вот в этом есть перспектива вот этого направления, что эта вещь не изолирована от ядерной физики. Это надо рассматривать как некоторый экстремальный случай того, что рассматривается вот в современной такой ядерной физике низких энергий, где сейчас очень популярна задача вот о трехчастичных распадах, в частности, вот о таком явлении, как двухпротонная радиоактивность. Это и есть распад на три частицы, когда одновременно спускаются два протона и ядро-остаток. Вот надо попробовать навести мосты между этими областями.
Вот я думаю, что в этом состоит перспектива вот этого направления. Спасибо. Коллеги, сегодня утром я, когда слушал пленарные доклады, я сидел, завидовал черной завистью. Потом подумал, что я ошибся дверью. Но надо же, люди занимаются всякой, фундаментальными исследованиями, и их никто не спрашивает, а зачем это надо? А кто за это платит? А кто это купит? Потому что мы находимся в физико-энергетическом институте, в отделении ядерной физики. Она теперь по-другому называется. Мы находимся в такой ситуации, что вынуждены выполнять волю нашего заказчика, волю нашего хозяина. Мы принадлежим государственной корпорации «Росатом», работаем для нее. И главная наша задача – это обеспечение ядерными данными реакторов нового поколения, в частности, быстрых натриевых реакторов. Для этого мы создали вот сейчас текущую версию библиотеки рекомендованных оцененных нейтронных данных, BRON-3.1, первая реализация ее. Вот телеграмма, в которой сообщается, что в этой библиотеке содержится, какие измерения были проведены специально для уточнения этой библиотеки и какие научные бонусы мы получили. Под научными бонусами я понимаю, это то, что не нужно заказчикам, а интересно с точки зрения физики и что нас, собственно, вдохновляет на дальнейшие исследования. Итак, мы, конечно же, умеем мерить, давно меряем нейтроны. Вот, находясь в Дубне, я не мог не упомянуть о недавнем эксперименте, который мы делали совместно в лаборатории нейтронной физики, на их источнике. Это фотонейтроны из галлиевой мишени, измеренные тремя разными методами. В качестве реперного метода мы, конечно же, использовали времяпролетную методику ЛНФовскую. Да? И вот гелий-3 счетчик и пороговый индикатор. Видим достаточно трогательное согласие всех разных методов. Следующий пример – это реакция, нейтрон-генерирующая реакция, которую мы используем у себя в институте на наших четырех ускорителях, вот померенные двумя разными методами. Ну и, конечно, собственно, нейтроны реакторные, это запаздывающие нейтроны деления, уран-5 делится антитепловыми слева, и уран-5 делится быстрыми нейтронами, это спад нейтронной активности. Ну и вот наш бонус, это вот измерение вот в этой области времен, мы фактически обнаружили краткоживущую группу запаздывающих нейтронов. С точки зрения управления реактором она не нужна, не важна. А с точки зрения физики это, конечно, очень интересная группа, поскольку речь идет о сильно асимметричном делении. Ну вот предыдущие два докладчика объяснят вам, что это значит более подробно. Я тратить время не буду. Ну, конечно же, мы меряем сечение разных реакций. В частности, сейчас Росатом ставит задачу создание новых реакторов
которые будут долгоиграющими, 50, 70, даже 100 лет. В таких реакторах конструкционные материалы будут очень здорово распухать, в частности, под действием реакций с производством газов, ну, например, альфа-частиц. Это калибровка нашей камеры, изоляционной камеры с сеткой. Ну вот физика, да. Когда есть много экспериментов, эксперименты согласуются между собой, то и теория хорошо играет, и теоретики аплодируют сами себе. А вот следующее, да, красными здесь показаны наши современные измерения. А вот совершенно инверсная ситуация, когда не было экспериментальных данных, а данным Мацумото они не поверили, теоретики. Вот мы имеем такой веер различных оценок. А вот наши новые данные, они уже здесь докладывались на ЕСИНе. Здесь помимо того, что они по величине другие, они и по структуре сечения другие. Могу сказать как теоретик, что стандартная, ну, классическая модель ядерных реакций, статистическая модель в гипотезе Бора о составном ядре не может воспроизвести вот такую структуру энергетического зависимости сечения. Надо думать, надо исследовать. Я перехожу к нашим планам, к нашему будущему. Все наше будущее мы связываем с новым ускорителем. Вот буквально на этой неделе голландцы отдали нам его полностью, с потрохами. Мы сами уже управляем этим ускорителем. Вот он, ускоритель. Слева это общий вид, новый зал. Такой небольшой ускоритель, 6-метровая трубка всего-навсего. А вот это мишенная, старая наша нейтронная мишенная. Три пучка мы имеем слева. Это ядерный микроанализ, пучок готовой камеры. Посередине это имплантационные исследования, в том числе имитационные исследования с радиационной стойкости конструкционных материалов. Справа на снимке пока пустой ионопровод. Это как раз ионопровод для ядерно-физических исследований. Ускоритель голландской фирмы High Voltage. Вот здесь приведены его характеристики. Но он не рекордный по своим показателям. Он рекордный по двум вещам. По потрясающей надежности и стабильности характеристик. Ну вот, используя этот ускоритель, используя две известные реакции ДД и ПН на литии, мы будем иметь и имеем уже источники моноэнергетических нейтронов, вот таких нейтронов, начиная от 60 кев, заканчивая 9 мевами, вот с такими выходами, вполне достаточными для наших ядерно-физических измерений. И эта область, она нужна для практики, для оценки сечений, для наработки ядерных данных. И она, вот по такому счастливому стечению обстоятельств, очень интересна с точки зрения физики ядерных реакций. Как раз до 9 МЭВ происходят все основные процессы в ядерных реакциях. Ну вот здесь я написал то, что мы собираемся мерить. Синим втайне от начальства выделил область наших особого интереса. Это, конечно, бинарное деление. Оно нужно и для практики. Это выходы осколков, это запаздывающие нейтроны, это сечение деления. Но и наша современная аппаратура позволяет попутно накапливать данные о тройном делении. Это как будто навар, да? И анализировать, пытаться играть в всякий род эффекта. Спасибо за внимание. Ну, конечно, Юр, будем использовать. Вопрос технический. Вопрос некому в стране изготовить третьего мишень. Можешь? По сравнению с теми мишенями, которые раньше делались в Харькове и в Киеве. Да, дальше говорить не буду. Да. Нет, у нас есть третьего мишени, конечно, у нас есть 14-мемные нейтроны. Валерий Николаевич. У меня вопрос по реакции с литий-7, понятно, на литий-7. Там
О, да, да, Валерий Николаевич, вы правы. Вы правы абсолютно. Вы абсолютно правы. Мы об этом знаем. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Значит, я буду рассказывать о проекте гелевого источника. Как-то уже сразу переключилось. Значит, начать я хотел просто с некоторого введения, которое не обязательно подробно, я думаю, в данной аудитории рассказывать, о том, что ультрахолодные нейтроны активно используются для решения задач фундаментальной физики. Здесь две классические картинки, как со временем улучшаясь точность измерения времени жизни нейтрона, и ставилось ограничение на величину электрического дипольного момента, значит, в зависимости от времени. Хорошо видно, что, так сказать, эпоха измерений с ультрахолодным нейтроном, например, во времени жизни, привела к резкому улучшению точности, значит, и позволила пройти два порядка величины в ограничении электрического дипольного момента нейтрона. Значит, и эти задачи остаются актуальными до сих пор. Здесь список, может быть, неполной коллаборации, которая работает над этими задачами. Видно, что ультрахолодные нейтроны практически выдавили пучковые эксперименты из эксперимента по времени жизни. Осталась только одна компания. Очень большой список коллабораций, которые планируют измерять дальше электрический дипольный момент нейтрона. Каждая коллаборация — это обычно объединение многих, ну не одного, там десятка институтов или университетов. Значит, хотел обратить внимание, что вот если посмотреть как бы тенденцию, видно, что, конечно, ошибки резко уменьшились, однако в последнее время большого прогресса нету. Более того, здесь точки несколько залихорадило. Здесь видно, что процесс тоже выходит на некое насыщение. И хотя появились и новые методы, где ультрахолодные нейтроны планируются использоваться. Например, ну, один из примеров — это установка гранит, которая строится тоже в соответствующей коллаборации из большого числа институтов, где планируется использовать точные прецизионные измерения энергетических уровней ультрахолодных нейтронов в гравитационном поле Земли для различных задач фундаментальной физики, например, для установления ограничений на пятые силы. То, что сейчас очень модно, так сказать, поиску новой физики. Значит, ну вот если суммировать историю развития ультрахолодных нейтронов, можно сказать, что с самого начала накоплен огромный опыт по использованию этих нейтронов, эмпирический опыт, методика отработана, там, регистрация, измерение спектров. Открыто иногда, ну, несколько было таких ключевых точек, когда открывались новые явления, непредсказанные теории, такие как потери нейтронов из ловушек на водородных загрязнениях поверхности, которые, оказывается, всегда существуют, или недавнее, это относительно недавнее открытие явления малого нагрева ультрахолодных нейтронов. Неоспорим прогресс в улучшении точности экспериментов по времени жизни и ограничения на электрический дипольный момент. Но вот то, что я указал, что в последнее время большого прогресса нет, видимо, связано с тем, что вот интенсивности источников ультрахолодных нейтронов мы можем смотреть, что уже вот последние там 25 лет практически не растет. Это ошибка, да. Да-да-да. Виноват. Значит, это опечатка. Значит, поэтому для того, чтобы двигаться дальше и какой-то серьезный сделать шаг следующий в развитии физики ультрахолодных нейтронов, очевидно, нужны новые, более интенсивные источники. Значит, ну, ультрахолодные нейтроны получают такой стандартный метод. Это есть у вас источник нейтронов интенсивный, желательно. Это либо реактор, либо спаллейшен источник. Быстрые нейтроны потом замедляются в замедлителе, окружающем источник. Ультрахолодные нейтроны извлекаются из канала, и чтобы они проникли в этот канал, обычно внутрь устанавливается так называемый конвертер, ну, либо прям внутрь канала, либо разделяется тонкой фольгушкой.
Значит, доля ультрахолодных нейтронов в спектре замедленных нейтронов в замедлителе составляет только 10 минус 11. Значит, кроме того, ультрахолодные нейтроны из замедлителя в связи с тем, что скорость их очень маленькая, могут выходить только из очень тонкого слоя, из-за присутствия захвата и неупругого рассеяния. Поэтому потоки ультрахолодных нейтронов определяются, значит, вот этим в основном коэффициентом, кроме как интенсивностью источника, это темп производства нейтронов и, значит, глубина выхода их из замедлителя. Вот, грубо говоря, значит, самые перспективные конвертеры, которые, на которых люди остановились, перечислены в этой табличке, это жидкий дейтерий, водород, твердый дейтерий, твердый кислород и гелий. Здесь указана ориентировочно цифра вот глубины выхода ультрахолодного нейтрона из замедлителя и те плотности ультрахолодных нейтронов, которые можно получать ну, так вот, на современных нейтронных источниках, таких как вот, с интенсивностью, как, например, Гриновский реактор. Значит, ну, видно, что в связи с тем, что у гелия совершенно отсутствует теоретический захват, а неупругое рассеяние может быть подавлено глубокой температурой, то глубина выхода практически бесконечная, ограничена только временем жизни самого нейтрона. Поэтому гелий представляется очень интересным материалом. И проблема, и его основные преимущества — это то, что нейтроны выходят из большого объема замедлителя, и то, что поскольку потери в самом гелии нейтронов нету, ультрахолодные нейтроны в таком источнике можно еще и накапливать. Значит, но для того, чтобы подавить неупругие потери, нужна, как правило, серьезная криогеника. Значит, поэтому, когда люди говорят об этих источниках, обычно подразумевают, что источник устанавливается на выведенный пучок. Я об этом еще скажу попозже. Значит, вот если посмотреть историю развития источников ультрахолодных нейтронов, первая группа источников, которые работали с 70 по 90 год, в основном это источники, находящиеся в Советском Союзе, у нас была большая школа физиков, значит, работающих с ультрахолодными нейтронами. Последний источник в 91-м, кажется, году в Гатчине был закрыт, значит, перестал работать. И с тех пор в России больше нет источников ультрахолодных нейтронов, все эксперименты делаются на выезде. Но вот список современных источников, в которых возглавляет источник Вейлели, на котором основная, наверное, масса экспериментов физических проводится. Есть большое количество проектов и строящихся источников. Здесь я цветом выделил, что они планируют использовать в качестве конвертера или источника. Ну, видно, что вот гелий очень популярен, ну и твердые дейтерии тоже планируют и люди использовать. Значит, все эти проекты, как правило, нацелены на интенсивность, получить интенсивность ультрахолодных нейтронов примерно на порядок выше, чем в Айлеле, но некоторые обещают в плотности 2-3 порядка. Значит, немножко то, что у нас есть в запасе, но до конца не исследовано, это создание источников ультрахолодных нейтронов на импульсных источниках, таких, например, как ИБР-2 или ИСС. Значит, пока попытки, которые были использовать импульсную плотность потока нейтронов для производства УХН, были неудачными. И вообще говоря, эта область сильно детально, скажем так, не проработана. Это она еще есть в запасе, и здесь есть о чем подумать. Так вот, возвращаясь к источнику ультрахолодных нейтронов на основе сверхтекучего гелия. Значит, вот работа Голуба и Пендлебера считается классической, которые в своей работе рассчитали темп производства УХН. Значит, идея в том, что известная дисперсионная кривая для возбуждения в сверхтекучем гелии, кривая Ландау, если здесь мы нарисуем дисперсионную кривую для свободного нейтрона, то видно, что вот нейтроны с длиной волны 9 ангстрем могут возбудить коллективное возбуждение в гелии, полностью потерять свою энергию и стать ультрахолодными. Притом обратный процесс может быть подавлен при помощи температуры. Значит, вот здесь указано, как зависит от температуры потери в самом гелии за счет нагрева. Видно, что если температура ниже, чем 0,8 Кельвин, то потери становятся меньше, чем время жизни нейтрона, ими уже можно пренебречь. При этом темп производства, вернее, вероятность образования УХН практически не зависит от температуры, и мы можем
накапливать при понижении температуры большую плотность внутри источника. Ну вот для потока 10^9 можно накопить плотность там, 5^10^4 примерно. Значит, ну и в зависимости от времени хранения, вот это фактор накопления, время хранения нейтронов внутри источника. И самое существенное, что производится ультраходные нейтроны в этом случае, в основном из нейтронов с длиной волны 9 ангстрем, а все остальные многофононные процессы имеют намного меньшую вероятность, хотя спектр нейтронов, из которых они могут производиться, намного более широкий. Значит, если мы хотим держать низкую температуру, понятно, что требуется серьезный криогеник, если мы ставим источник близко к источнику нейтронов. И вот, как я сказал, в связи с этим в основном рассматривают эти источники многие проекты на выведенных пучках холодных нейтронов. Благо, 9-ангстремные нейтроны хорошо извлекаются по нейтроноводам. Однако мы тут же теряем 4 порядка из потока, которые могли бы использовать для производства за счет просто телесного угла, который мы можем вывести по нейтроноводу. Значит, чтобы не терять этот фактор, ну вот есть проект, не знаю, есть или был, вот есть проект производства сверхтекучего гелия, УХН в сверхтекучем гелии, когда гелий, значит, конвертер с гелием, ставился максимально близко к активной зоне реактора, в тепловую колонну реактора ВВМ в Гатчине. Значит, тем самым люди пытались компенсировать вот эту потерю 4 порядков, использовать там максимально большой поток. Но получили совершенно огромное тепловыделение при температуре 1,2 Кельвина. И самое главное, я так понимаю, реактор этот остановлен, да, лицензии у него нету, перспективы возобновления его работы очень туманные и неопределены. И поэтому, я так понимаю, конечно, в Гатчине в основном смотрят на реактор ПИК, на котором тоже запланирован источник ультрахолодных нейтронов, гелиевый на выведенном пучке. Ну и, как я сказал, в этом уже его недостаток, то, что когда мы используем выведенный пучок, мы сразу теряем в потоке. Ну и самое главное, значит, чтобы сделать этот гелиевый источник на выведенном пучке, необходим источник холодных нейтронов. Вот предполагается, что будет установлен в 4-й канал. Однако, насколько я понимаю, в данный момент этот источник не запланирован, и, наверное, в ближайшие там, 5-10 лет он в реакторе не появится. Поэтому реализация вот этого проекта, опять же, не определена во времени возможности в реализации. Вот в связи с этим мы предложили другую концепцию создания гелиевого источника. Значит, и главная идея заключается в следующем. Значит, мы предлагаем вывести тепловые нейтроны максимального потока через нейтронный канал, который проходит через отражатели и нейтронную защиту реактора. Значит, и этот поток запустить в такую полость, окруженную замедлителем и в то же время отражателем. Тем самым холодные нейтроны будут производиться при отражении от этого замедлителя. Если мы внутрь поместим объем с гелием, то там будут производиться ультрахолодные нейтроны. Значит, главным преимуществом нам не нужен, в принципе, холодный источник внутри реактора. Значит, мы можем увеличить поток холодных нейтронов за счет многократного отражения этих нейтронов от стенок этой полости. Сама геометрия такая не вытянутая, а сферическая, более оптимальна для хранения и накопления ультрахолодных нейтронов. Кроме того, эта такая сферическая геометрия позволяет использовать максимально широкий угол выходящих нейтронов. То есть если бы у нас была возможность как можно больше, ближе приблизить источник к источнику нейтронов и сделать как можно больше входное отверстие, тем больше поток мы можем использовать. Ну и также, что я еще перечислил, ну и вот и все. Значит, в этом смысле, как я сказал, что вот возможность использовать в такой геометрии широкий, большой, пучок нейтронов с большим угловым расхождением на максимально короткой базе от источника делает очень привлекательной эту идею для реактора ПИК, как нам кажется, потому что ПИК реактора, несмотря на то, что запланирован, там, сконструирован 40 лет назад, значит, он был сконструирован так, чтобы быть максимально гибким и имеет некоторые особенности, в частности, очень относительно тонкую физическую защиту при большом нейтронном потоке. Так что мы можем максимально близко поставить источник к реактору. Значит, идея сама
термализации тепловых нейтронов в полости замедлителя была нами апробирована. Мы выбрали в качестве оптимального материала метан твердый при температуре от 4 до 5 Кельвин. Значит, такую вот мы сделали полость размерами. В полость запускали тепловые нейтроны. Значит, и вот результаты сравнения, значит, спектра вылетающего из полости с результатами моделирования и с вот спектром, выходящим из холодного источника, например, реактора АЛЛ. Значит, дальше основным вопросом являются тепловые нагрузки. Значит, были проведена целая серия моделирований. Мы рассмотрели потоки, идущие изнутри реактора, значит, впрямую гамма-квантов. Поняли, что нам необходимо ставить висмовый фильтр, чтобы перекрыть поток гамма-квантов непосредственно из активной зоны. Рассмотрели различные материалы для изготовления полости со сверхтекучим гелием. Рассчитали в зависимости там, от разных параметров толщины отражателя, значит, какие мы можем получить тепловые нагрузки. И вот результаты этих всех расчетов, которые опубликованы недавно в НИМИ, следующие. Значит, при диаметре нейтронного канала 20 см, диаметром полости с гелием 40 см, при установлении бериллиевого фильтра монокристаллического на входе, мы можем получить плотность, вернее, темп производства нейтронов почти 10 в 7 нейтронов в секунду, при этом плотность накапливаемая будет чуть меньше, чем 10 в 5, и тепловыделение порядка 0,65 Вт. Если мы увеличиваем диаметр нейтронного канала, соответственно, увеличиваем диаметр полости, тем самым забираем больший поток из реактора, эти цифры могут возрасти до 2 на 10 в 7 и 10 в 5 нейтронов в кубическом сантиметре. Значит, ну вот если сравнить два проекта, то, естественно, основным недостатком необходимость использования, это с точки зрения временной шкалы, да, использования здесь холодного источника. Кроме того, если мы сравним плотности и производительность источников, здесь цифры на порядок больше, здесь больше в несколько раз. Если сравнивать с источником в ЛЛ, то производительность, ну вот, возрастает в 10 раз, а плотность на 3 порядка. Остаются открытые вопросы для этого проекта. Это изготовление камеры для самого источника. Тут требуется некоторые исследования провести, экспериментальные, технологические. А также не еще пока не оптимизирована система извлечения УХН из источников. Ну и коротко, тезис на заключение, что я хотел рассказать. Первое, что, значит, в развитии физики УХН требуются новые высокоинтенсивные источники нейтронов. Необходимо создавать источники УХН в России для обучения, тестирования и оборудования, и отработки технологий. Это к тому, что если у нас не получается создавать совсем уж хороший источник, это не значит, что их совсем не надо делать. Реактор ПИК представляет уникальную возможность для того, чтобы сделать источник УХН, который, казалось, должен стать максимально ярким на сегодняшний день в мире. Значит, проект с внешним холодным источником дает лучшие параметры, чем источник на выведенном пучке, и не требует холодного источника в реакторе, что позволяет раньше ввести источник в эксплуатацию. Ну и необходимо провести исследование с целью поиска технологических решений для создания такого источника. Спасибо за внимание. Ну вот, от высоких материй я буду рассказывать о маленьком таком устройстве, которое необходимо при исследовании поляризованных нейтронов. Флиппер. Флиппером занимается уже там почти 70 лет. И, так сказать, вроде ничего нового уже сделать нельзя в проезде. Но вот появилась какая-то идея, сейчас я ее изложу. Она воплощена в материи.
Этот флиппер был сделан при переезде, вот то, что Георг Варкеш рассказывал, при переезде из Берлина на ФРМ-2 в Мюнхен. Там, значит, надо было сделать новый флиппер. Сказать, ну вот, и появилась некая идея, которую я сейчас изложу и покажу этот флиппер. Для объяснения квантовой механики почти не потребуется, только в минимальном объеме. Ну, просто вот сейчас напомню, вот, пожалуйста. Значит, нейтрон, фермион со спином 1/2, значит, есть проекции плюс 1/2, минус 1/2. Если найдется направление, где одна проекция превосходит другую, вот на такое максимальное направление, то можно будет говорить о том, что есть поляризация, и вектор поляризации направлен вот вдоль этого направления, где есть максимальное превышение проекции одной над другой. Ну, собственно, больше тут все. Так, сейчас. Вот. Как происходит флиппирование? Ну, нейтрон это технические средства, воздействовать на нейтрон можно только электромагнитным взаимодействием. Это магнитный момент нейтрона с магнитным полем. Уравнение движения, вот это в первой формуле написано. Сейчас. Вот. Нет. Ага. Вот первая формула. Вот есть механический момент, и есть момент, который возникает между магнитным моментом и полем. В этом вот это векторное произведение, поэтому возникает вот магнитный момент, ну, связан с этим, с механическим моментом, вот через геомагнитное соотношение. Мы можем вот эту формулу переставить вот так, и получается вот из этой формулы, из векторного произведения видно, что механический момент только прецессирует, причем скорость прецессии это произведение вот этой гамма-н геомагнитного отношения на b. И появляется, ну, так называемая лармуровская частота вращение, она довольно велика, вот 183 меградиан в секунду на Тесла. И если мы, вот этот, значит, в магнитном поле происходит вращение спина вокруг прецессия, и прецессия с уменьшением поля, вот она уменьшается, но при этом проекция на поле не меняется. И получается, что мы можем это поле изменять в больших пределах и даже переворачивать в другую сторону. Вот механизм прецессии не меняется, и проекция спина нейтрона на предначальное направление сохраняется. Вот в этом заключается флиппирование. Если мы перевернем магнитное поле, вот, а спин в пространстве сохранится. А уж с магнитным полем мы можем менять в пространстве техническими средствами. Что-то один, по-моему, пропал слайд. Да, пропал. А? Второй. Там, ну, там просто картинка написана, как вот, значит, устройство, вот это вот управление состоит из того, что есть поляризатор нейтронов, после этого есть магнитное ведущее поле, попадает в некий черный ящик, в который содержит флиппер, и есть устройство поворота спина. Вот и все. Когда работает устройство поворота спина, то вот спин с полем крутится в одном направлении. А флиппер как раз и есть то самое устройство, которое меняет спин. А, вот, нет. Ну, допустим, вот и хватит. Ладно, пусть. Вот, значит, задача наша перевернуть спин. Устройство в классическом виде вот, ну, это издревле выглядит так. Вот у вас есть ведущее поле, направлено вверх, ну, скажем, от южного полюса к северному, есть магнитные линии, вот здесь тоже. Поле в вертикальном направлении, поле компонента вертикальной, она равна нулю везде в центре между этими полюсами. И вот здесь вот нейтрон, как раз если мы его изначально пустим в этом направлении, то он так и летит, он меняет вот здесь вот скорость прецессии, а вот через это, переходит через эту точку, он уже оказывается в противоположном направлении поля, и после этого это поле можно там крутить и таскать нейтрон как захотим. Значит, в чем недостаток? Вот эта вот картинка, чуть в стороне от оси симметрии появляются рассеянные поля в направлении, ну вот в данном случае направление налево, тоже как бы от южного полюса к северному. И вот в этом месте нейтрон вместо того, чтобы поменять
свое направление в поле, может следить за этой составляющей, крутиться и таким образом терять поляризацию. Для того, чтобы избежать этого, вот ставят, так сказать, вот фольга Дабса, которая делает вот добавочное поле, чтобы уменьшить влияние вот этой компоненты, и поле меняется резко, и тут нейтрон проскакивает лучше. Но у него всегда есть недостаток существования вот этих вот полей, которые ну, существуют и меняют поляризацию. Каким образом? Вот если вот здесь вот нейтрон, так сказать, адиабатически отслеживает поле, он приходит вот в таком направлении. Вот поляризация, вот направление поля. А вот здесь вот он меняет, вот поле становится вот сюда направлено с той же компонентой. Получается ось после прохождения вот этого места через фольгу, ось, на которую проецируется поляризация, уже становится вот под углом вот таким. Видите, поляризация теряется. Значит, задача... Вот, ну, тут вот написано, что если бы этого не было, видите, вот, вот теряется... Так, что такое? Угу. Вот если... Вот если этого угла нет, то поляризация вообще вот эффективность стопроцентная, вот эта формула эффективности, и получается поляризация сохраняется. Ну, задача на флиппер. Вот тут требование к качеству флиппера, читаем, большая полоса пропускания по энергии нейтронов, большое проходное сечение, ну, это габариты, быстродействие, если нужно малые эффекты мерить, надо быстро менять нейтроны, малые габариты, ну, простота управления и прочее, прочее, прочее. Вопрос, как ну, решается это по-всякому. Вот предлагается... Опять пропал. Ну, неважно. Там была картинка такая, что предлагается вот такое устройство. Некий соленоид, ну, допустим, прямоугольного сечения, он заключен в ферромагнитный экран. Вот в этом случае, вот используя вот эти пару законов, да. Но неважно, это закон Гаусса, это то, что поток через замкнутую поверхность равен нулю, а вот это вот закон циркуляции по замкнутому контуру равен нулю. Равна сумме токов замкнутых в этом контуре. Вот из этого рассмотрения я тут написал соотношение, всякий может узнать. Получается, что поле внутри вот этой коробочки и поле снаружи, а разница вот примерно в мю раз, ну, с неким геометрическим фактором. Это значит, что вот тут рассеянных полей нету, а когда мы делаем циркуляцию, вот этот интеграл берем, то вот весь интеграл, вот все его значения собираются вот в этих местах с малой разницей. Поэтому поле здесь однородное. И вот задача вот такие вот две штуки соединить, чтобы получить... Нет, извините, что-то не работает. Идея проста. Да, ну, там была картинка. Странно. Ну, покажи, там фотографии тоже есть. Вот. Вот эти две катушечки. Вот смотрите, если их... Вот это одна катушка, я ее тут обрезал, чтобы тут не было, тут это обрезал. Вот если вот так вот намотать, вот здесь вот будет однородное поле, а здесь почти ноль, ну, в мю раз меньше. Если там пермалой, то это вообще там четвертая степень. Вот если их соединить вот таким образом, и вот пускать ток. Вот здесь вот тут крестики, это значит в сечении провода, ток идет туда, и получается вот в этом случае... что вот здесь вот поле, ну, по правилу буравчика, направлено вверх, здесь вниз, а нейтрон вот это место проскакивает, не меняя. Но все это происходит в однородном поле. А если вот ток переключить в противоположную сторону, вот появляются вот эти точки, то есть тут ток бежит на нас, тогда поле сохраняется, нейтрон сохраняет поляризацию поля. Вот эту границу пришла идея использовать. Дальше я показываю вот это устройство. Вот здесь вот соединены два таких устройства, вот здесь вот. Вот эта противоположная сторона раскрыта для выхода нейтронов, и чтобы тут было, не было однородности, неоднородности поля. Все. А дальше тут некая поворотная катушечка. Видно, что вот любое направление поля все равно ложится как поле в этой катушечке. Но в одном случае нейтрон – это
по полю, а в другом поле, проб против поля. Вот сама идея простая. И осуществление. Вот такой флиппер. Вот его размеры. Значит, ну вот написано 250 мм, 160, 120. Это сделано, причем изготовление заняло всего 3 дня из подручных материалов. Сейчас. Ну вот, это алюминиевый провод вот там наматан. Вот это вот, ну там на ферме, да, там на... Все. Все, заключение, собственно, все. Дальше идут измерения, которые провели. Вот тут написаны эти данные. Проходное сечение вот такое нейтронов, сами габариты флиппера и так далее. Самое важное свойство для, ну, для исследования маленьких эффектов – это малая индуктивность. Переключается в поле только одна половинка. Индуктивность у нее полмиллигенри, поэтому вот можно переключать чуть ли не с частотой в 1 кГц поляризацию. Вот все. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Немножко в другую область, но тем не менее связанная с ядерной физикой и с физикой конденсированных сред, а именно с нейтронным исследованием физики конденсированных сред. Это немножко поговорим о детекторах нейтронов, которые, собственно, мы используем у нас в лаборатории нейтронной физики. И большинство из них мы не только используем, а и производим сами, делаем и разрабатываем для наших нужд. Значит, как вы знаете уже из предыдущих докладов, на нашей основной базовой установки импульсном реакторе ИБР-2 у нас существует два экспериментальных зала с установками, спектрическим оборудованием на этих установках, две из которых предназначены для ядерной физики. Понятно, что еще есть регата, это установка для активационного анализа, и установки, которые предназначены для изучения физики конденсированных сред, а именно дифрактометры, малоугловые спектрометры, рефлекторометры, неупругое рассеяние спектрометры. Все они расположены на выведенных пучках нейтронов с базами от 20 до 100-метровых баз. И на всех из них понятно, что есть детекторы нейтронов, которые необходимы для того, чтобы регистрировать рассеянные нейтроны на образцах. К сожалению, если смотреть физику высоких энергий, то зарегистрировать частицу намного проще. В случае нейтронов это не так просто, потому что не так много элементов, которые способны захватить, конвертировать нейтроны из нейтронов для того, чтобы получить сигнал. Фактически все из этих материалов мы используем в наших детекторах. Это гелий-3, газ, литий-6, бор-10, конверты. В некоторых используется и уран-235. С гадолинием в качестве детектирующего материала мы не работаем. Но здесь представлены сечения захвата, которые есть для того, чтобы захватить тепловой нейтрон. Здесь представлены детекторы инструментов, которые используются у нас на спектрометрах. Это позиционно-чувствительные детекторы однокоординатные, двухкоординатные на основе газовых гелий-3 детекторов. Это прямоугольные формы. У нас используется детектор в виде круга или на основе гелий-3. Понятно, что мы используем счетчики. Правда, счетчики мы сами не производим, а закупаем здесь недалеко от нас, в Запрудне, Московской области. Но интегрируем их, понятно, что в наши системы. Мы используем сентиляционные детекторы, основанные на ЦНКС, литий-6, и детекторы с твердым конвертером, бором. Ну и также еще натрий-йодовые, это для ядерной физики. Значит, детекторы двухкоординатные, однокоординатные, они выглядят вот следующим образом. Внутри расположены рамки, вот такие с анодные и катодные, которые собирают сигнал с детектора. Когда нейтрон попадает в детектор, появляется протон и тритон.
понятно, что электронное облако, и заряд собирается на анодных проволочках. Тем самым мы можем знать, как проволочки расположены под углом 90 градусов друг к другу на таких вот рамках. И после предусиления мы собираем сигнал и оцифровывая их, получаем разрешение, получаем координату на детекторе. Значит, детекторы мы разрабатываем и делаем не только для себя, но и для других ЦЕРНов, других источников, таких как и в РЖЭШ в Чехии мы поставляли детекторы в Курчатский институт. Значит, двухкоординатный детектор с разрешением 2 на 2 мм, если поставить маску из кадмия, то понятно, что мы увидим то, что засветится в нейтронном свете, и то, что поглотится за счет кадмия. Значит, ну, детектор сам по себе — это как коробка с газом, да, без электроники он не способен работать. И электронику мы разрабатываем также сами. Первая плата, которая была сделана еще в 2000-х годах, DELDAC-1 вставлялась PCI-разъем и позволяла до 10 в 5 событий в секунду регистрировать. Сейчас мы разрабатываем и выходим на финишную прямую по новой плате DELDAC-2, которая позволяет увеличить скорость счета, но и отвязаться от конкретного порта PCI, потому что компьютеры немножко идут вперед. И мы переходим на USB-интерфейс с оптической линией связи. И понятно, что будем использовать стандарт NIM только для того, чтобы получить питание на нашу систему. Круговой детектор — это многосчетчиковый детектор. Фактически мы взяли, если раньше было кольцо из трубок гелиевых, то мы заключили фактически это кольцо в единый газовый объем для того, чтобы была равномерность все-таки в регистрации нейтронов, потому что трубки одна от другой отличались, и калибровка могла плыть. Поставили 6 таких трубок в одну линию, и этот детектор кольцевой используется для дифрактометра, который для микрообразцов с давлением DEN-6. Значит, детектор сделан, поставлен и достаточно эффективно используется сейчас на этом детекторе. Вот он собранный кольцевой детектор с предусилительными системами. И понятно, что эта система включена в систему сбора и накопления данных нашего дифрактометра. Если в качестве примера других детекторов, ну это опять позиционно-числительный детектор, это укомплектование одного из дифрактометров детекторным оборудованием. То есть это real-time дифрактометр, который новый проект, мы только заканчиваем его. Значит, на нем стоит на подвижной платформе двухкоординатный вот такой детектор, который вращается вокруг образца. У нас есть два кольцевых детектора прямой и обратной геометрии и набор из трубок SNM вот в таком виде с коллимацией с кадмиевой, которые расположены вот с этой области. Значит, кольцевой детектор уже закончен один и стоит в защите, понятно, уже на канале. Еще один кольцевой детектор мы сейчас заканчиваем для обратной геометрии. Все эти детекторы многосчетчиковые, они включены в единую систему, которую мы разработали. Это детекторная электроника, позволяющая масштабированная детекторная электроника, позволяющая использовать ее от 16 каналов одновременно до 240 каналов, которые включаются в блоки NIM и с передачей данных через оптическую линию связи на USB-интерфейс персонального компьютера. Значит, позволяет до 8 до 16 событий в секунду регистрировать данная система, достаточно быстродействующая и показала свою надежность для разных типов детекторов, как газовых детекторов, так и счетчиков на основе сцинтилляторов. Значит, один из новых спектрометров, которые мы сделали, детектор для быстрых нейтронов, уже для ядерной физики, это спектрометр для регистрации быстрых нейтронов на базе телескопов протонов отдачи. Значит, данный телескоп, здесь длина порядка 1,6 метра, три камеры стоят с небольшим заполнением метаном 500 миллибар. И по совпадению, когда нейтрон попадает в первую камеру, появляется протон отдачи. И по совпадению по трем камерам мы можем оценить энергию, с которой нейтрон зашел в данный прибор. Значит, прибор оттестирован. Он использует каеновскую электронику, диджитайзер, собирая информацию с трех этих камер. И совсем недавно прошли испытания с помощью нейтронного генератора, получилась вполне приемлемая разрешающая способность показана,
И данный спектрометр сейчас находится уже в Корее, и мы планируем летом проводить эксперименты на токамаке K-Star в Корее. Понятно, что для того, чтобы разрабатывать детекторы, делать их, необходима инфраструктура, соответствующая, по крайней мере, для газовых детекторов, это совершенно очевидно. Мы разработали и сделали свою собственную систему очистки гелия на основе криогенной техники. И она сейчас работает, мы можем откачивать гелий из детекторов, компримировать его, можем разделять газы, отделять те, которые нам не нужны. Ну и понятно, что есть у нас чистая комната, которая сейчас идет модернизация для того, чтобы собирать наши детекторы двухкоординатные на основании гелий-3. Значит, второе, еще одним направлением, это, которым мы занимаемся, это детекторы с конвертером на основе Боро-10 с очень тонким покрытием. Вот здесь показано, для УХН был сделан детектор нами. Показано, что очень хорошо разделяется альфа-частица с литий-7. И тем самым легко зарегистрировать нейтрон. Кстати, сегодня здесь достаточно много говорили о проекте ESS. Так вот, у нас достаточно серьезная коллаборация сейчас начинается с ESS. Они занимаются именно в основном, планируют, что у них будет бор-10 в качестве детектирующих элементов, но многослойная система, и которая позволяет им будет получать достаточно высокую эффективность для получения спектрометрических данных на их приборах. Детекторная система уже для РН, для установки РН, это ромашка на основании натрия йода. Система способна работать в компактном режиме и в расширенном режиме, расширяя расстояние между образцом и детекторными элементами. Но поскольку высвечивание от нейтрона и от гамма-кванта по времени можно разделить, поэтому данный детекторный детектор можно использовать и для регистрации нейтронов, и для регистрации гамма-квантов. Детекторная система использует систему сбора и накопления данных, представленную здесь, из двух 16-канальных плат состоящую. Но также показано, что она достаточно эффективна в своей работе. Еще одним из направлений, о котором я говорил, это детекторная система с твердотельным конвертером на основании литий-6. Это пластики. Пластики достаточно тонкие, и мы имеем возможность их изгибать в пространстве таким образом, чтобы получить пространственно-временную фокусировку. Еще в 2000-х годах начинался проект для Фурье-стресс-дифрактометра. 7 плеч вот таких вот в 90-градусном направлении должны были быть построены. Были сделаны 3 сначала. И вот последний год мы занимались тем, что сделали еще одно плечо, уже на основе новых фотоумножителей, более эффективным. И сейчас переходим к тому, чтобы заменить полностью систему. Закупили уже новые сентиляторы, новые хаммасовские фотоумножители, более эффективные, которые показывают фактически на порядок больше способность к сбору света, ну и, соответственно, регистрации нейтронов. И мы планируем в течение года-двух мы закончим полностью для данного дифрактометра на основании данного сентилятора. Ну, это как выглядит дифрактометр. Здесь вот как раз эти плечи показаны. Здесь показан один из элементов детекторной системы. Значит, пластик, к нему приклеивается спектросмещающие волокна, для того, чтобы, потом, который сводится в один пучок, и к нему подставляется фотоумножитель. Спектросмещающие волокна нужны для того, чтобы фотон, который излучается из конвертера нашего сентилятора, он, попадая в спектросмещающее волокно, переизлучается внутри, не выходит наружу, и потом с торца мы имеем возможность его собрать. Здесь показано уже новое плечо, которое мы сделали из 4 элементов с новыми фотоумножителями, и спектры, которые получаются в плохом разрешении и в хорошем, высоком разрешении на дифрактометре, на данном дифрактометре. Данная система включена также в нашу систему сбора и накопления данных. Чем она еще хороша? Тем, что она позволяет регистрировать каждое событие нейтрона. То есть не в гистограммном режиме она работает, а регистрирует каждый нейтрон. И потом из этого, ну и соответственно с нейтроном информации, которая необходима, потом из этой информации, так называемое накопление в навал или лист-моды, возможно манипулировать ей и получать спектры, как необходимо с помощью программного кода уже. Ну, понятно, что детектор, электроника, без программного обеспечения
невозможно работать, и у нас работает группа программистов, которые реализуют программные коды для управления дифрактометрами, спектрометрами, но и также для системы сбора и накопления данных и визуализацию информации. Все активно работает на всех спектрометрах, данные программы Sonix, и сейчас Sonix Plus с веб с удаленным доступом к программе реализовано. Все устойчиво работает. Спасибо. Вы сказали, что делаете двухкоординатные нейтронные детекторы, и, так сказать, за стены института и внутри института. Вопрос такой. А можете ли вы сделать двухкоординатные нейтронные детекторы для отдела ядерной физики? Если это можно, что нужно, как надо это инициировать и через какое время его можно получить? Значит, вопрос разделен на несколько подвопросов. Первый, возможно ли сделать? Да, возможно. Более того, такое обсуждение уже произведено с вице-директором лаборатории нейтронной физики Егором Валерьевичем Лучагиным. И я думаю, через где-то полгода, год он уже будет у вас. Все, спасибо. Спасибо большое, Сергей Александрович. Так, еще один у нас доклад на детекторную тему. Это важное дело для всех нейтронных исследований. Дмитрий Юрьевич Кирин, Институт теоретической экспериментальной физики. Ну, название сейчас Дмитрий Юрьевич покажет нам сам. Расскажу о позиционно-чувствительном нейтронном детекторе, разрабатываемом ГТФ в лаборатории релятивистской ядерной физики. Мотивация измерения нейтронов. Нейтроны – одна из основных частиц для ядерных столкновений. Состояние ядерной материи зависит от соотношения нейтронов и протонов. Для идентификации некоторых странных частиц требуется также идентифицировать нейтроны. Для фантоскопических измерений пространственно-временные параметры для нейтрон-протонных, протонных и нейтрон-нейтронных реакции разные. Требования к создаваемому детектору. Измерение энергии нейтрона в диапазоне от 10 до 200 МЭВ. Точность измерения импульса 10-20 МЭВ на С. Модульная структура детектора, компактные модули и позиционная чувствительность на порядок выше, чем размер модуля, около 1 сантиметра. Здесь показан первый прототип нейтронного детектора, который состоял из пластикового сенсилятора толщиной 128 мм и светосмещающих волокон по углам детектора и фотодиода у каждого угла.
перед ним устанавливался ветосчетчик, также стоящий из стенцилятора, смещающего волокна толщиной 5 мм для детектирования заряженных частиц. Первый прототип был испытан на пучке протонов. Детектор устанавливался между двух координатных пропорциональных камер, которые могут измерять координату с точностью до миллиметра. И полученное распределение импульсов для четырех диодов, распределение импульсов от координаты протона для четырех диодов. Также первый прототип был испытан на нейтронах. Нейтрон сталкивался с углеродной мишенью, распадался на протон и нейтрон, и протон отклонялся магнитом, а нейтрон направлялся в детектор. Когда нейтрон попадал рядом с диодом, этот диод давал больше амплитуду сигнала. Для определения пространственного чувствительности была исследована зависимость отношения амплитуд четвертого и второго диода от положения протона. Получено пространственное разрешение около 2,5 см. Для улучшения пространственного разрешения и светосбора выбрана новая форма детектора – шестиугольник толщиной 20 см и в каждом угле по 4 файбера. Здесь показаны фотографии детектора в процессе сбора. Было проведено моделирование на прицельное ограничение точности измерения координаты нейтрона. В среде Джант было промоделировано столкновение нейтрона с веществом детектора при разных энергиях и выбирали события, где образовался один протон. Слева показаны треки частиц внутри детектора при разных энергии протона. Здесь показаны распределение вторичных протонов в поперечных координатах для 150 и 300 МЭФ. Для 300 МЭФ видно, что часть протонов вылетает через боковые стенки детектора. Для распределения до 150 МЭФ видна его структура, круг, видно уплотнение по периметру. Здесь показано распределение максимального отклонения протонов в зависимости от потерянной энергии. При малопотерянной энергии координата протона близка к координате начального нейтрона. При большой потерянной энергии, переданной нейтроном, его координата, траектория совпадает с траекторией начального нейтрона, и максимальное отклонение достигается при энергиях 120 МЭФ для начальной энергии нейтрона 150 МЭФ. И результаты моделирования при координат чувствительность детектора меньше 1 см для энергии меньше 200 МЭФ. Было проведено тестирование детектора на космическом излучении. Здесь показана схема установки, три счетчика, установленные в систему совпадений. И на светодиодах. С торца детектора установлены три светодиода. Здесь показаны амплитудные спектры для второго светодиода. Второй светодиод находится ближе всего к шестому и первому диоду. И эти спектры для этих диодов показывают большие амплитуды. Это для третьего, амплитудный спектр для третьего светодиода. Здесь также он расположен рядом со вторым и с третьим диодом. И для этих диодов спектры также показывают большие амплитуды. Здесь показаны спектры для космического излучения. Выводы.
Первый прототип детектора был разработан, сконструирован и протестирован. Результаты тестов были использованы для моделирования второго прототипа. Все характеристики второго прототипа, полученные при моделировании, совпадают с нашими целями. Второй прототип сконструирован и ожидает испытания. И второй прототип был протестирован со светодиодами и на космическом излучении. Спасибо. Так, ну что ж, очень интересное направление. Это вот как раз для изучения космических нейтронов из космоса. Такое, вот, знаете что, вот в НИЯФ МГУ там раньше проводились такие довольно-таки хорошие прецизионные исследования по изучению нейтронов, которые к нам приходят просто из космоса. Вы никаких у них у вас связи нет с. Нет. А, ну, может быть, потом мы с вами поговорим отдельно. Так, спасибо большое. Так, ну я что хочу сказать, дорогие товарищи, наша специальная сессия подходит к концу, и у нас в завершении, может быть, как украшение нашей нейтронной такой сессии, биологический доклад. В 21 веке невозможно без биологии обойтись. Ну, вот и мы с вами тоже не обошлись без биологии. Значит, это Владимир Михайлович Скоркин из Института ядерных исследований Российской академии наук в Троицк расскажет нам о их исследованиях ДНК-структуры. Ну, значит, проведено исследование определенных структур, так называемых жидкокристаллических структур молекул ДНК на нейтронном генераторе. Ну, несколько лет назад было сделано, когда еще все это работало. Вот. Вот в Институте молекулярной биологии РАН проводится исследование по, значит, в области вот структурной нанотехнологии нуклеиновых кислот. И созданы наноразмерные такие структуры, их размер, где-то диаметр и длина полмикрона, вот, и состоящие из слоев ДНК, между слоями на расстоянии около 5 нанометров, и, в общем, которые содержат вот 10 000 слоев, молекула состоит. И с массой примерно 10^6 молекулярных масс. Вот. Ну, эта структура не разная. Вот, что-то не то сделано. Вот на это, наверное, нажимать. Да? Вот. Здесь без истинной жидкокристаллической структуры, где слои подвижные и нет связи, здесь вот между слоями ДНК находятся гадолиниевые атомы гадолиния, которые связывают вот эти слои, уже жесткая кристаллическая структура. А здесь другая разновидность – это ионы золота связывают. Вот так эти все структуры созданы. Ну, в общем, медно образуется это все в растворах путем конденсации, там определенные химические свойства и происходит растворимый раствор, и раствор добавляет определенные трехвалентные, например, редкоземельные элементы, которые создают эту структуру. Ну, исследования можно различным методом проводить эти исследования. Вот это на фильтрах показано здесь, на фильтрах размер фильтра 0,2 микрометра. Значит, вот эти гадолиниевые
структуры, здесь золотые структуры, а это вот размеры распределения диаметров вот этих частиц. Это с золотыми, золотом, это с гадолинием, а это просто жидкокристаллические без редкоземельных и соединений металлических. Ну вот расчетная концентрация это порядка 33%, то есть вот в таких гадолиниевых ДНК комплексах, ДНК гадолиниевых, может быть концентрация гадолиния составлять 33%. Вот. Ну чем гадолиний интересен? Это, во-первых, в качестве контрастных средств для медицины используют в диагностике, а также можно фотон закатной терапии использовать. И вот интересно, в нейтрон захватной терапии из-за того, что большие вот сечения на изотопах гадолиния. Ну и также, в принципе, можно использовать для различных перспектив, это сенсоры в биологическом теле, в организме могут использовать. Ну вот проводились исследования на нейтронном генераторе при токе 1 миллиампера, и выход нейтронов 2 в 10 в 11 на ДТ реакции. Вот. Значит, нейтронно-оксидационным анализом проводилось и изучение состава, все-таки сколько же там гадолиний вот в этой структуре. Значит, и по реакции N2N, значит, образовывался, значит, изотоп радионуклид 159, который излучал гамма-кванты при распаде, и, значит, они регистрировались. Вот. Ну, здесь образцы разной массы на фильтрах вот этих структур облучались нейтронами, вот 14-мывными. Ну, к сожалению, вот фотографии у меня нет нейтронного генератора, но это ускорительная трубка и мишенные устройства, потому что сейчас генератор в разобранном состоянии находится, и, в общем, раньше это он в Фиане стоял, и все эти экспериментальные исследования были в Фиане. Ну, здесь обычно стандартные процедуры нейтронно-активационного анализа использовались для нумерировки, использовалась фольга из чистого гадолиния, и между которыми две фольги, между которыми размещались образцы. При облучении, значит, вот образовался этот радионуклид, и фотоны детектировались германием детектором. Ну и активность была пропорциональна гадолинию, массе гадолиния в ДНК частицы. Ну, проведены всего измерения были с четырьмя образцами, которые содержали микрочастицы ДНК гадолинии, и контрольный образец, который содержал только фильтр, и совсем пустой образец. Ну, дальше это стандартная процедура, определения, вводились поправки. Вот, и был также там определенный еще метод, который подтвердил, в общем, наличие и точность результатов. Ну, вот результаты здесь вот приведены. Значит, всего значит, было у нас 4 исследуемых образцов. Это масса ДНК вот в этих образцах, в миллиграммах. Это измеренная масса, значит, гадолиния вместе с гадолинием, не связанным на фильтре, составлял 0,03 миллиграмма. Но это уже гадолиний, который связан именно в этих частицах. То есть получается, что масса гадолиния в частицах близка к массе ДНК. Ну и это относительно концентрации гадолиния. Ну, то есть где-то по массе гадолиний и ДНК имеют одинаковую массу в микрочастицах. Вот. Из этих был сделан оценка, то есть микрочастица комплекса ДНК вот, содержит порядка 10 четвертой молекул ДНК
и 10⁸ атомов гадолиния. Вот. Сами молекулы они состоят из нуклеотидов со средней массой 326 атомных единиц массы, ну и масса гадолиния. Отсюда было определено, что среднее значение вот, R близко, то есть на два нуклеотида, так называемых части ДНК, приходится три гадолиния, то есть которые связывают именно эти два слоя ДНК. Ну, разброс он здесь вот он показан, вот это отношение, то есть вот среднее значение было снято из этого. Вот, таким образом, в общем, методом активационного анализа вот определено вот структура, ну, состав, по крайней мере, этой структуры жидкокристаллической ДНК. Ну а дальше, значит, вот все-таки был исследован вопрос использования вот этих жидкокристаллических частиц с гадолинием для, ну, для нейтронно-захватной терапии. Ситуация такая, что самый необходимый изотоп – это гадолиний 157, который имеет большое сечение захвата. Ну, это известные вещи. И при захвате тепловых нейтронов возникает конверсионный электрон, АЖ-электроны, ну и X-лучи, которые могут воздействовать на биологическую клетку, на раковую клетку, вот в частности, вот если представить, что это клетка, это ядро клетки, и при нахождении на поверхности вот этой микрочастицы из ДНК гадолиния при захвате тепловых нейтронов, вот эти конверсионные электроны и рентгеновские частицы, они могут достичь ядра клетки и провести повреждение ее. И известно, что и оценки проводились, и реально, что достаточно сделать два повреждения в ядре клетки, чтобы клетка погибла. Ну, в данном случае раковая клетка. Ну вот оценки вот 200 захваченных нейтронов, микрочастиц к ДНК вблизи клетки создадут вот, порядка 100 конверсионных электронов, ну и рентгеновских, и несколько процентов из них могут попасть в ядро и, соответственно, разрушить клетку. Вот флюенс, который необходим для обеспечения вот захвата 500 нейтронов микрочастицы, вот, это соответствует концентрации гадолиния в биологической ткани порядка 5 мг на миллилитр. Ну и это обеспечит поражение клетки. Здесь вот я привожу данные, значит, это МИФИ, на реакторы Портнова, они и проводили значит, исследования, и вот здесь концентрация гадолиния порядка 6 миллиграмм на миллилитр. То есть вот это без гадолиния, дозовое распределение, это доза. Ну, клетки погибают где-то при 30 и выше, значит, грей на облучение. Но это глубина. То есть у нас результаты оценки близки. Значит, эксперимент состоял в том, чтобы вот взять обычные биологические клетки, конечно, не раковые, в питательном растворе, вот порядка 10⁷. Вот в такую кювету его загружают, эту биологические клетки, выращивают специально на дне. Здесь сверху помещают вот слой из микрочастиц ДНК гадолиний, дальше питательный это все раствор, и надо, необходимо там это все выдерживать по определенной температуре, и живучесть этого, вот, так сказать, этой смеси порядка часа или двух. Поэтому вот все трудности при изготовлении и дальше проведении облучения. Ну, а само облучение вот было сделано на 14 нейтронов. Здесь конвертер из вольфрама, дальше была создана вот такая камера замедления, замедлитель с внутри должны помещаться были эти образцы,
Вот. И таким образом проводилось облучение в течение, ну, время облучения для нейтронно-захватной терапии, это порядка там, до часа. Ну, и это необходимость, вот, это распределение внутри нейтрона, внутри вот этого замедлителя. А это спектр нейтронный. Это тепловые нейтроны, а это 14-мевные нейтроны пик. Ну и дальше. Вот. Ну, здесь не при максимуме нейтронов. Это расчетный спектр, кстати. Не при максимуме сделано. Вот. Ну, результаты, значит, такие, что вот проводилось облучение, одно облучение, значит, с микрочастицами. Ну, я не сказал, что делались две кюветы, так сказать. Одно с гадолинием частицами сверху, а одно чистой клетки. Вот первые это гадолиниевые, значит, вторая это чистые клетки без гадоления. Ну, и, естественно, здесь показано вот, время облучения, полный флюенс нейтронов тепловых, флюенс быстрых нейтронов, ну и оцененная доза от вот, вторичного излучения конверсионных электронов и рентгеновских электронов, и АЖ-электронов. Вот. Ну, это быстрые нейтроны. Ну вот видно, что, по крайней мере, что флюенсы нейтронов, они значительно меньше, которые в литературе рекомендованы. Там флюенсы должны быть для эффекта вот этого уничтожения, для нейтронно-захватной терапии, уничтожения или значит, терапии, что, порядка 10-12. Но при этом потоки нейтронные, которые были достигнуты, это вот, где-то превышали 10⁸ нейтронов на сантиметр в секунду. Ну и вот сам эффект, он вот, показан здесь. Это после того, как образцы облучались, они дальше проверялись на живучесть клеток, то есть их они также в институте молекулярной биологии они исследовались. И вот этот значит, мембранный фильтр и клетки в этом кювете, в котором они помещались, выращены без облучения. Здесь клетки после облучения тепловыми нейтронами в течение 30 минут без гадолиниевых частиц сверху. А здесь после облучения 30 минут с нанесенным слоем гадолиниевых частиц. Ну, видно, что то есть здесь клетки вот эти светлые, они сохранились, здесь сохранились, а здесь все черное, и, в общем, живых клеток не осталось. Вот. Ну, у меня все. Вот единственное, что вот это я хотел бы сказать, что перспективы вот этих жидкокристаллических структур, они интересны тем, что в них могут вот эти вторичные радиационные излучения, электроны, фактически каналировать, проходить вот по этим межслойным структурам. И, то есть, в принципе, гадолиний – это магнитный металл, поэтому можно, используя магнит, таким образом вот эти все терапевтические эффекты как-то пространственно регулировать и направлять. У меня все, спасибо. Пожалуйста, вопросы, замечания? Нет вопросов. Спасибо большое, Владимир Михайлович. Так, на этом наше заседание сегодня заканчивается. Но я еще раз повторю, что на завтрашний день мы планировали обсуждение электроядерных способов получения энергии, но поскольку докладчик Вальтер Ильич Фурман заболел, то, значит, соответственно, это заседание отменяется, ну, переносится. Так, дальше обсудим эти проблемы примерно через месяц на ИСИНе. Да, Егор? Так, спасибо всем. До свидания.